швидшого одужання, зменшення летальності, більш коротких термінів перебування в лікувальному закладі. Зрозуміло, що суттєвого заощадження матеріальних коштів на лікування пацієнтів, якщо звернутися до досвіду провідних приватних медичних закладів, да, то вони абсолютно адекватно працюють, використовуючи протоколи рекомендації швидкого відновлення. Ключові елементи протоколів швидкого відновлення, вони включають передопераційні заходи, вибачте, передопераційні заходи, оптимізація нутритивної підтримки переопераційної, да, тобто не лише в післяопераційному там періоді, да, і передопераційне харчування, про це ми трошки поговоримо. Стандартизована заспокійлива знеболюча схема терапії і якнайраніша мобілізація пацієнта після оперативного втручання. Здавалося б, серйозними профільними товариствами рекомендовані на величезній кількості пацієнтів доведені переваги застосування протоколів РАС, але деякі з компонентів програм швидкого відновлення все-таки досить повільно впроваджуються в клінічну практику. Ну, тут ви бачите хаотично розміщені пункти або основні поєнти, на які треба звернути увагу при наданні допомоги хірургічної пацієнтам. І якщо систематизувати, да, то їх в цілому ці всі положення можна поділити на три основні етапи. Це передопераційні, інтраопераційні та післяопераційні заходи протоколів швидкого відновлення, які ми повинні використовувати в своїй клінічній практиці, якщо ми бажаємо досягти позитивних результатів лікування. Основні аспекти концепції можна умовно поділити на хірургічні та анестезіологічні. Чому умовно? Тому що ми повинні працюємо в адекватних закладах, ми працюємо в команді, хірурги, анестезіологи та інші спеціалісти. Без підготовки кишківника, ну, мабуть, як на мене, то це найбільш складний пункт, да, клінічного запровадження. Тисячу разів читаєш роботи, настанови, але, чесно сказати, в нашій клінічній практиці все одно ми пишемо ці очисні еклізми за день перед оперативним втручанням, навіть коли беруть пацієнтів на урана грудної порожнини. Да, побороти, ну, дуже важко. Хоча, ну, не слід боятися, да, того, чому ми боїмося, там, дефікації під час оперативного втручання. Але підготовка, оця ось механічна підготовка кишківника, да, там, тщательне відмивання кишечника, воно дійсно призводить до гіповолемії пацієнта в передопераційному періоді. Особливо, коли ми говоримо про клізму очистительної сифону до операції, накануні, вночі, і потім о 6-й ранку, да, то пацієнт реально на столі гіповолемічний, звідти маємо... Можемо мати вже певні проблеми. Раннє ентеральне харчування, ну, тут начебто проблем немає, переконалися на базі 4-ї лікарні, було таке дослідження, понад 100 пацієнтів включено в це дослідження, хворим перед оперативним втручанням за 3 години давали випити 400 мл прозорого розчину вуглеводів, тобто сахар з водою розколочений, 400 мл. Жодного випадку аспірації, регургітації на цих пацієнтів під час водного наркозу, тому що ми боїмося, жодного випадку не було. Протоколи РАС пишуть, що не слід утримуватись від прийому прозорих рідин за 2-3 години до оперативного втручання. Дійсно, це не страшно, можете спробувати самі. Для більшості пацієнтів, да, зрозуміло, що у пацієнтів з порушеною моторикою шлунку, ну, ми можемо мати проблеми. Теж не слід застосовувати там рекомендації, да, абсолютно там стандартно для всіх пацієнтів, тобто є виключення з правил. Рання відмова від дренажів, раннє видалення сечового катетера, також є проблема для величезної кількості заходів, тобто чи ставимо катетер, чи не ставимо, да, якщо пацієнт прийшов до тями, то катетер слід видаляти, не повинен катетер стояти в сечовому вихірі там декілька днів з метою просто контролю діурезу, да, ну це підвищує, суттєво підвищує ризик інфекції сечовидільної системи. Ну, без інфузійної терапії обійтися ми не можемо, це зрозуміло, да, але мається на увазі, мені здається, адекватна переопераційна інфузійна терапія, підтримання або намагання підтримати близько нульового балансу. Анестезіологічні, вуглеводне харчування говорили, без промедикації, тобто промедикація повинна бути абсолютно індивідуалізована, немає потреби там кожному пацієнту на ніч вводити сібазон, да, якщо ви бачите, що пацієнт хвилюється, да, то в цьому випадку показана седація, якщо пацієнт абсолютно спокійний, то в цьому випадку не показана, то етропін, який ми, ну, декілька разів вже приводив цей приклад, стандартно всім назначають, призначають анестезіологи етропін. У нас півтора року в відділенні торакальної хірургії не було етропіну, анестезіологи писали етропін. Сестри, ну, зрозуміло, середній персонал дуже плинний в наших умовах. Ну, сестри просто відмічали, да, але той етропін не вводили. Через півтора року ми знали, що півтора року у нас хворі всі йшли без етропіну. Да, це було шоком, але за півтора року жодної там, то, що ми боїмося зупинки під час індукції, да, ну, не мали, слава Богу. Тобто, ну, зрозуміло, таким чином ми переконалися, да, що немає потреби так от, ну, всім абсолютно сліпо, однаково про медикацію призначати.
Торакальна епідуральна анестезія, ну, Юрій Леонідович буде говорити про торакальну епідуральну анестезію в комплексі протоколів РАС. Зрозуміло, що має свої переваги. Збалансована інфузійна терапія, за потреби відмова вазопресорів і відмова від опіоїдів, відмова від опіоїдів інтраопераційно ми практично не можемо відмовитись від опіоїдів, да? Ну, деякі ситуації, коли можемо, але в більшості випадків ні. Мається на увазі опіоїди впереда, після операційному періоді з метою знеболення. Також сьогодні буде змога послухати доповідь, які стосуються саме застосування опіоїдів в протоколах швидкого відновлення. Знов-таки, активне залучення пацієнта. Пацієнт повинен знати, яке оперативне втручання йому будуть виконувати. І оця психологічна підготовка анестезіолога, хірурга перед оперативним втручанням, вона має також величезне значення на витоки захворювання. Ну, знов-таки, з практики клінічної, хірург говорить, що там ми вам уберемо кусочок легкого, да, пацієнт планується на пневмонектомію. Тобто ми вам уберемо кусочок легкого, все буде замечательно, ви там встанете, впадете, а потім починається. Мені там хірург обіцяв, що в мене буде там якась типова резекція, ви мені видалили легеню, да, і три дні там мені не дозволяєте активно вставати. Тобто пацієнт повинен знати, на яке оперативне втручання він планується, бути готовим до тих чи інших обмежень, які супроводжуються цим оперативним втручанням. Да, це ми вже проговорили. Передопераційна підготовка. Не слід боятися давати пацієнту прозорі рідини, вуглеводні напої, багаті вуглеводами за 2-3 години до оперативної втручання. Утримуватись від вживання твердої їжі за 6 годин до оперативного втручання, тобто не 12, не 24 доби до операції, а за 6 годин до оперативного втручання. І уникати рутинної підготовки кишківника для більшості пацієнтів будь-якої області хірургії. Немає переваг, ви бачите, досить велике дослідження, яке показує відсутність переваг механічної очистки кишківника у пацієнтів перед хірургічними втручаннями. Назогастральні зонди. Не слід рутинно застосовувати назогастральні зонди. Інтраопераційно встановлені зонди слід видаляти разом з інтубаційною трубкою, тобто одночасно інтубаційна трубка та назогастральний зонд. Пацієнти без назогастральних зондів мають меншу частоту лихоманки, ателектазів та пневмонії. Знову-таки дослідження стосовно назогастральних зондів. Переважна більшість пацієнтів, яким встановлено назогастральний зонд, відчувають помірений чи сильний дискомфорт. Раннє харчування скорочує час до пасажу газів чи стільця. Лише 10% пацієнтів без зонду потребували його постановки пізніше. Тобто переважна більшість пацієнтів дійсно може бути зонд видалений після оперативного втручання. Профілактика післяопераційної нудоти блювання. Катерина Юрівна, по-моєму, да, ваша доповідь буде стосуватися детально пунктів і препаратів, які застосовуються. Ну, зрозуміло, намагаємося зменшувати в переопераційному періоді наркотичні енергетики. Катерина Юрівна про це більш детально розповість. Попередження інтраопераційної гіпотермії. На сьогоднішній день абсолютно не є проблемою. Пацієнти, ну, в нашій клініці в 17, я думаю, що не тільки у нас, абсолютно, ну, практично всі пацієнти зігріваються, девайси для зігрівання пацієнтів. Є вони доступні, не настільки вони дорогі, але переохолодження інтраопераційного або переопераційного періоду призводить до цілої низки доведених з точки зору доказової медицини небажаних явищ – це і збільшення кровотечі, і збільшення кількості ускладнень, в тому числі інфекційних ускладнень, да, і про коагулопатії після операційному періоді, якщо пацієнт охолоджується в операційній. Не тільки зігрівання пацієнтів, да, і зігрівання, в тому числі інфузійних розчинів, які ми використовуємо під час інфузії, під час оперативних втручань. Інфузійна терапія. Всі ми прекрасно пам'ятаємо, розчини класифікуються як колоїдні, так і кристалоїдні розчини. Я думаю, що в цій аудиторії немає потреби детально зупинятися, чим вони відрізняються. Серед кристалоїдів представлено 4 групи препаратів. Природні або людині, альбумін – це заморожена плазма. Альбумін в світі існує 4, 5, 10, 20 і 25%. В нашій країні це 10%, 5%, 20, 25%. Такі 4% у нас немає, він є у Сполучених Штатах Америки. Ну, розчини декстранів, про які, ну, чесно кажучи, мені здається, слід забути, да, ніде в ніяких гадлайнах на сьогоднішній день ми не побачимо, в тому числі в протоколах РАС, да, про можливість застосування або рекомендації до застосування розчинів декстранів. Розчини гідроксил крохмалю і розчини желатину. Дискусії, ви всі, мабуть, пам'ятаєте, на спочатку минулого року щодо
можливості чи неможливості використовувати розчині гідроксилу крахмалю. В принципі, консенсусу дійшли в Європейській медичній агенції про те, що крахмали лишаються основний препарат для відновлення об'єму циркулюючої крові при крововтраті, в тому числі переопераційній крововтраті. Єдине, що не хотілося б звернути увагу, за даними Держлікслужби, за 2017 рік серед всіх зареєстрованих повідомлень про побічні небажані ефекти, да, всі ви знаєте, в нас є людина в лікарні відповідальна за реєстрацію, передачу інформації в Держлікслужбу, тобто самі лікарі подають інформацію. Да, і от в 46% випадків, коли ми подавали інформацію, в 46% випадків розчини крохмалю використовувались не за призначенням або коли були протипоказані. Да, тобто самі пишемо на себе гадость, виходить, да, не розуміючи, що написано в інструкції до застосування цих препаратів. Нагадаю, 4 основних протипоказання до використання розчинів крохмалю – це коагулопатія, опіки, пацієнти з нирковою недостатністю і опіки, нирковою недостатністю, і що ще? І септичний шок. Септичний шок, да, ну, в принципі, в цілому там в дослідженнях є взагалі критичний стан. Окей. Фізіологічний розчин. Недалі більше говоримо, що фізіологічний розчин, він не є фізіологічний, він є просто ізотонічний. Цей розчин натрій-хлор 0,9%. Ну, я думаю, що кожен з нас літрами або десятками літрів цей розчин використовував в своїй клінічній практиці, да, але мета-аналізи, великі дослідження показують, що використання невеликих обсягів натрій-хлор 0,9% він є відносно безпечним. Якщо говорити про масивні інфузії, тобто понад 2,5-3 літри інфузія, да, то використання натрій-хлор 0,9% призводить до гострого пошкодження нирок і має певну низку небажаних ефектів. 35 використання незбалансованих сольових розчинів і колодівних основ в обсязі понад 35 мл на кілограм та темпом понад чверть мл на кілограм маси тіла на хвилину супроводжується розвитком помірного ацидозу, розвиток гіперхлорамічного ацидозу, розвиток пошкодження нирок, ну і витікаючими звідси негативними наслідками. Великі метааналізи показують навіть зростання летальності пацієнтів при використанні високих обсягів незбалансованих сольових розчинів. Передопераційний період, інфузійна терапія. Голодування не показане, хоча, от бачите, дослідження 2019 року показало, що передопераційне голодування протягом ночі перед втручанням 10 годин істотно не знижує внутрішньосудинного об'єму. Да? Тобто 6-10 годин суттєво не впливає на внутрішньосудинний об'єм. Слід уникати передопераційну дегідратацію, обмежуючи період голодування та заохочуючи пацієнтів до перорального споживання прозорих речовин, про це ми також говорили. Механічна підготовка кишківника пов'язана з втратою рідини шлунково-кишкового тракту та зменшенням внутрішньосудинного об'єму. Уникнення механічної підготовки кишківника, вживати, не боятися прозорі рідини, відмова від механічної очистки кишківника і уникнення крововтрати, в тому числі з використанням пацієнтів. Дати писали 4 мл на кілограм маси тіла, тобто не слід переливати пацієнти, не слід перед оперативним втручанням переливати там 2-4 літри і потім інтраопераційно по літру на годину. Да, ось то базова ця інфузія, яка рекомендована протоколом швидкого відновлення. Однозначно доведено, що збалансовані кристалоїди мають перевагу над 0,9% розчином натрій-хлор, але знов-таки говорю про те, що, да, якщо ми маємо на увазі великі обсяги, тобто понад 2,5-3 літри, якщо інфузія натрій-хлор 0,9% там становитиме 1,5 літри, да, то нема чого боятися, і дослідження показують, ну, відсутність негативних явищ при використанні невисоких обсягів незбалансованих кристалоїдів. Збалансовані на сьогоднішній день найбільш збалансовані або максимально збалансовані розчини в нашій країні – це які розчини? Стерафундін і рінгірамалат. Да, тобто два збалансованих розчини за плазмовим складом своїм, які вони відповідають плазмовому складу крові, електролітному складу плазми крові. Завжди слід намагатися досягти еоволемії, коли це можливо, моніторувати серцевий викид, показання, ну, знов-таки, є рекомендації раз, і є практичні можливості наших закладів охорони здоров'я, да, серцевий викид далеко не в кожному закладі можемо дозволити собі моніторувати, але рекомендовано проводити моніторинг серцевого викиду у хворих з високими серцево-судинними ризиками, значною крововтратою, значна крововтрата понад 7 мл на кілограм маси тіла. На першій міжнародній конференції зараз, да, колега запитував 7 мл, чи можна вважати масивною крововтратою, дійсно передивився, проконтролював протоколи, дійсно
А, перевірив, ссылку не помимо правил, тут дійсно це 7 мілітрів на кілограм маси тіла, бо я теж так для пацієнта вагою середньостатистичного, да, абсолютно слушне питання, наче там 500 мілітрів ми не оцінюємо як велика крововтрата, так? Хоча протоколи пишуть, що це є велика при тривалих оперативних втручаннях і потребує контролю серцевого викиду. Фактори, пов'язані з анестезією, зрозуміло, що більшість анестетиків також призводить до відносної гіповолемії. Ну, контроль глибини анестезії, знов-таки, ми на сьогоднішній день маємо той самий біс-моніторинг і можемо дозволити собі в більшості заходів проводити контроль глибини анестезії. Для корекції гіпотензії, що викликана епідуральною анестезією, слід використовувати вазопресори, якщо пацієнт знаходиться в стані нормоволемії. І як тільки можливо, слід переходити на пероральне введення або ентеральне введення рідини з парентерального. Начебто все зрозуміло. Оцінка відповіді пацієнта на інфузійну терапію, інфузія, моніторинг серцевого викиду, швидка інфузія 200 мл розчинів колоїду, і залежно від того, чи є відповідь з боку серцево-судинної системи, збільшення серцевого викиду, да, ми приймаємо рішення, чи продовжувати інфузію розчинів колоїдів, чи додавати вазопресор такому пацієнту. Які інфузійні препарати слід застосовувати? Ну, знов таки, якщо ми говоримо про крововтрату, часто цей слайд показує, якщо ми говоримо про крововтрату, да, то ми маємо застосовувати ті препарати, які тривалий час триматимуться в судинному руслі та матимуть адекватний волемічний ефект. Да? Ну, зрозуміло, що це препарати групи колоїдів, які тривалий час знаходяться в судинному руслі, не проникають в торні через ендотелій судин, да, та будуть тримати рідину в судинному руслі. Якщо говорити про 5% розчин глюкози, який ми звикли вважати ізотонічним розчином глюкози, да, він таким не є ізотонічним. Ну, коли ми його вводимо, то він є ізотонічним, а коли метаболізується глюкоза, то він стає гіпотонічним. І зрозуміло, що цей розчин практично весь йде в тканини, клітини, тим самим збільшуючи набряк. Да, в практиці анестезіологічній, ну, дуже мало є показань для застосування 5% розчину глюкози. Прекрасне дослідження Якоба, опубліковане в 2012 році, волемічний ефект рінгера-лактату кристалоїдного розчину. Група пацієнтів, 10 відносно здорових пацієнтів, переопераційних, крововтрата 1,1 літра, інфузія рінгера-лактату майже 3,5 літри, волемічний ефект становив 17%, да, при застосуванні кристалоїдів. Абсолютно схоже дослідження того самого Якоба, але трошки раніше, 2003 року. 10 відносно здорових пацієнтів, 1,5 рази вища крововтрата, застосування розчинів гіроксил крохмалю 6%, волемічний ефект 98%, тобто різниця 17,98. Ну, зрозуміло, якщо знов-таки нам треба швидко відновити об'єм втраченої крові, да, то перевагу мають розчини колоїдні, будь-то гіроксил крохмалю, будь-то желатини, альбумін або інші. Ну, інших немає вже інших. На сьогоднішній день ми говоримо не лише про збалансовані розчини кристалоїдів, а й про збалансовані розчини колоїдні, це гідроксил крахмали, тобто розчинником є збалансований розчин кристалоїдів, да, для збалансованих колоїдних розчинів із желатини і крахмалі. Ой, це я йду назад. Відсутність негативного впливу розчинів гідроксил крохмалю у пацієнтів хірургічного профілю, велика кількість публікацій була наприкінці 2013 року, тобто це перший етап спроба заборонити використання розчинів гідроксил крохмалю. На 18 рік, ви пам'ятаєте, другий етап був. Ну і зрозуміло, для такого відновлення об'єму внутрішньосудинного ми застосовуємо колоїдні препарати. Моніторинг гемодинаміки та доставки кисню. В більшості випадків, на жаль, лікувальні заклади в нашій країні не можуть собі дозволити контролювати серцевий викид там шляхом транстравохідного доплеру. Апарат у нас начебто є багато років, але вартість одного датчика $100, який можна використовувати, $300, який можна використовувати одну добу, ну, суттєво обмежує ці можливості. От показники центрального венозного тиску, показники швидкості діурезу не завжди відображають адекватність волемічної підтримки пацієнтів. При відсутності моніторингу серцевого викиду, нагадую, знов-таки часто і багато хто показує цей малюнок, підняття
дистального кінця пацієнта на нетривалий час. Якщо ми бачимо зменшення частоти серцевих скорочень, хоч незначне зростання артеріального тиску, то, скоріш за все, пацієнт і буде відповідати на волемічне навантаження. Якщо відповіді пацієнту слід проводити волемічну інфузійну терапію, якщо ні, то, скоріш за все, слід використовувати вазопресори. Британські рекомендації, які знов-таки говорять про переваги застосування збалансованих, якщо є можливість, слід застосовувати збалансовані кристалоїди в порівнянні з незбалансованими кристалоїдами. Збалансовані плазмозамінники, як ми вже говорили, їх електролітний склад відповідає плазмовому складу, їх використання навіть у високих обсягах, великих об'ємах не призводить до розвитку дезелектролітних порушень і розвитку гіперхлорамічного ацидозу, як при випадку з незбалансованими кристалоїдами. Колоїди, кристалоїди повинні бути збалансовані, як колоїди, так і кристалоїди. І післяопераційний період, як можна швидше, слід пацієнта переводити на пероральний прийом, про це ми також говорили, не слід боятися годувати пацієнта. Якщо пацієнт засвоює ентерально, то ми повинні використовувати ентеральний шлях введення рідини та нутрієнтів. Ну і ще декілька питань, що стосуються patient blood management, контролю крововтрати. Ви знаєте цю програму, яка стартувала в Німеччині, величезна кількість досліджень, і в Австралії є схожий протокол контролю, переопераційного контролю крововтрати. Від 11 до 48% пацієнтів мають анемію в передопераційному періоді, і найбільш частою причиною є дефіцит заліза, який ми, до речі, можемо коригувати. І от дуже цікавий слайд. Ми не часто задумуємося над наслідками або аналізом, як рівень гемоглобіну перед оперативним втручанням впливає на виживання пацієнтів. Величезне дослідження, американський коледж хірургів, 211 клінік, понад 227 тисяч пацієнтів взяли участь в цьому дослідженні. І ось пацієнти просто хірургічного профілю. Знов таки подивіться на цю кількість, понад 227 тисяч хворих. Пацієнти без анемії, 158 тисяч 196 пацієнтів, летальність у цих пацієнтів становила менше 1%. Пацієнти з помірною анемією, дуже часто, на яку ми взагалі не звертаємо увагу, це гемоглобін на рівні 90-120 грам на літр. Абсолютно спокійно, хірурги треба брати, ми беремо там 95 і нет проблем. Летальність у цих пацієнтів 3,5%, там була 0,7%. Тобто в 5 разів вище. І пацієнти з анемією з рівнем гемоглобіну понад менше ніж 90 грам на літр, кількість пацієнтів 11 159, летальність вже понад 10%. Це ось вплив анемії, яка, здавалося б, нам не звертаємо ми дуже часто на це увагу, вплив анемії на виживання пацієнтів при оперативних втручаннях. Тобто цифри вражаючі. З одного боку, гемотрансфузія – просте рішення, з іншого боку, наслідки непрості. Пам'ятаємо, що завжди гемотрансфузія супроводжується збільшенням питомої ваги ускладнення, навіть летальності пацієнтів, яким проводиться гемотрансфузія. Абсолютно просто, якщо ми говоримо про планове оперативне втручання, корекція рівня анемії дозволяє уникнути гемотрансфузії в післяопераційному періоді. Три графіки, ви бачите, пацієнти без анемії, верхній графік, пацієнти з анемією, які отримували препарати заліза в передопераційному періоді, і нижній графік, пацієнти з анемією, які препарати заліза не отримували. Знов-таки ми говоримо тут про планову хірургію, коли ми маємо там декілька тижнів для підготовки пацієнта. Тобто пацієнти, що отримували заліза, препарати, фолієвої кислоту перед оперативним втручанням, вони не потребують, рівень гемоглобіну в них не падає до прогу цього гемотрансфузійного, тобто нижче там 80-70 грам на літр, вони не потребують проведення гемотрансфузії в післяопераційному періоді. Набагато дешевше і безпечніше застосовувати ті самі препарати заліза, ніж проводити гемотрансфузію. Ну і знов таки цей слайд тільки дещо збільшений, подивіться, як впливає рівень гемоглобіну на виживання пацієнтів хірургічного профілю. Я вам дякую за увагу. Якщо є запитання, будь ласка, задавайте. Уважаемые коллеги, кто же...
в октябре мы начали про-контра-дебаты. И сегодня я хочу продолжить эту тематику, потому что в споре рождается истина. Не все так однозначно в нашей медицине, особенно определенные техники, которые давно используются, и вроде бы они хорошо себя зарекомендовали, но не все однозначно. И поэтому сегодня я специально вынес такой вопрос об эпидуральной анальгезии, про-контра-дебаты, из доклада «За епідуральну анальгезію» я приглашаю. Добрий день, шановні колеги. Дякую ще раз всім, хто тут зібрався. Відразу хочу сказати, конфлікт інтересів на деяких слайдах обумовлений співорганізаторами конференції. Скажіть, будь ласка, хто з вас знає про епідуральну анестезію? Хто з вас що-небудь проти неї має? Ну, я не розумію, навіщо Іван Іванович затіяв це питання, да? Але все ж таки. Ні, як ви думаєте, насправді, це добра епідуральна анестезія? Добре. А в чому тоді може стояти питання, робити її чи ні? Так. 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 Правильно. Ну, в цілому, якщо обговорити і об'єднати всі ці відповіді, можна сказати про те, що епідуральна анестезія – це надзвичайно ефективна методика. І, як і у всьому іншому, чим ефективніша методика, тим обережніше з нею треба. Так само, як порівняти велосипед і автомобіль. Тобто, автомобіль ефективніший, аніж велосипед, відносно пересування. Для здоров'я велосипед ефективніший. Але відносно швидкості пересування автомобіль ефективніший, але водночас він є багато небезпечніший, аніж велосипед. Так само і з епідуральною анестезією треба бути обережним. Друге питання до вас. Як ви думаєте, я вже можу який-небудь слайд показати, а як він тут? Сюди, так? Да. Як ви думаєте, чому з'явилися контраверсійні дані стосовно того, чи потрібно, чи не потрібно застосовувати епідуральну анестезію? Звідки з'явилася ця контраверсія в доказовій медицині? Так, ну, тобто, питання в чому? Доказова медицина базується на чому? На кінцевих результатах. І якщо ми використовуємо якийсь метод або малоефективно, або з ускладненням, це впливає на кінцеві результати. І, відповідно, це відразу ж буде впливати на показники цього методу. Тобто, якщо ви зробили епідуральну гематому, то ви вже в якомусь дослідженні, мета-аналізі різко знизили ефективність цього методу. Хоча цього можна було уникнути в який спосіб? Дотримуючись якихось певних правил і знищуючи ризики. Отже, епідуральна анестезія або анальгезія застосовується практично у всіх галузях. Да? Ортопедія, гінекологія, да? Акушерство, загальна анестезія, педіатрія, амбулаторна, кардіоторакальна, урологія, судина. Всі медичні компоненти можуть включати в себе в тій чи іншій мірі епідуральну анестезію. Але вона може зустрічатися і давати свої ускладнення. Отже, почнемо з торакальної хірургії. Торакальна хірургія – це та галузь, де епідуральну анестезію люблять не тільки анестезіологи, але й хірурги. Я навіть знаю одну клініку, де хірурги опанували цей метод раніше, ніж деякі з анестезіологів, тому що анестезіологам було ліньки. Але поговоримо. Що говорить ЕРАС про торакальну хірургію? Торакальна епідуральна анестезія ефективна не тільки під час оперативного втручання, а навіть до його початку. Да? От якщо ми говоримо, у нас є публікація спільна з Іваном Івановичем, які говорять про преемптів анальгезію. І якраз відносно торакальної епідуральної анестезії говорить про те, що зменшення інтенсивності болю після операції, але, на жаль, не виявлено ефектів на хронічний біль. Це якщо ставить перед операцією. А чому, до речі, не виявлено ефектів на хронізацію болю? Знов таки, щоб ми розуміли, чого в доказовій медицині ми можемо не все побачити. Тому що на хронізацію болі, от, до речі, Сергій Олександрович вже ж казав про ці речі, тобто, що, чому ж ціла програма є ЕРАС, бо вона включає не тільки нозі, дуже впливає хірургічна техніка. Да? Тому що якщо хірург перепалює нерви навмисно, а є такі хірурги, які навмисно перепалюють міжреберні нерви, тому що після цього, після операції болить менше. Але тільки після операції, а потім болить
значно і значно більше. Да? Тому нам важко з'ясувати, тобто є різні хірургічні техніки, є різні хірургічні доступи, є різні ретрактори, ширша або менша торакотомія, і відповідно нам важко виявити насправді цей вплив на хронізацію болю. Інтраопераційно. Золотий стандарт протягом багатьох років, але абсолютно вірно. В наш час, коли пацієнтів стало все більше з антикоагулянтами, і не просто навіть з тими антикоагулянтами, які даємо ми їм, противонозного тромбоемболізму. Є маса пацієнтів, які вживають антикоагулянти стосовно свого серця. Бачите, зараз по всій країні в нас є, ставлять стенти, да? А після цих стентів люди вживають що? Хто що? Да? Да. Добре, якщо це не аспірин, да? Тому що після аспірину вони ще потім мають язви 12 палої кішки, дуже часто вони німі. От. І якщо говорити про післяопераційне знеболення, то це найкращі результати поряд з паравертебральною аналгезією, але все ж таки вона лишається золотим стандартом для торакальної хірургії. Куди треба направляти? Туди? Ага. Водночас треба сказати про мультимодальність. Та, про це зазначає всі протоколи ЕРОС і говорять про те, що комбінація з парацетамолом навіть при епідуральній стазі дає краще знеболення, НПЛЗ на додаток опіатів теж краще для лікування посторакотомного болю. І разом НПЛЗ навіть з торакальною епідуральною стазією має додаткові ефекти. Але якщо ми говоримо знову таки про НПЛЗ, то ми повинні враховувати і похилий вік, і пошкодження нирок, яке можливо є, і гіповолемію, і можливо знов таки там супутні, наприклад, прийом інгібіторів АПФ, це теж може додатково до гіповолемії мати свої речі. Ну, так, да, це те, що ми застосовуємо інфулган із парацетамолів, вже багато років він нам достатньо добре допомагає. Але треба пам'ятати, да, дві речі. Перше, що це максимальна добова доза, 4 грами, і це те, він в цих дозах не впливає на функцію печінки. І треба сказати про те, що він повинен вводитися швидко, да, тому що якщо ви поставите капати його протягом години, ніякого ефекту ви ніколи не побачите. Ну і стосовно, якщо ви обирати серед НПЛЗ, то ми вибираємо найбільш безпечні препарати. Частіше всього це так, наприклад, як декскетопрофен порівняно з кетопрофеном. І пам'ятаємо про те, що генерики можуть відрізнятися від оригінального препарату. Це знімки з двох клінік в нас зроблені. Гастроінтестинальна хірургія. Якщо говорити про гастроінтестинальну хірургію, то останні публікації говорять про те, що ми маємо суттєві докази того, що торакальна епідуральна анестезія повинна використовуватися для гастроінтестинальної анестезії, якщо це відкрита хірургія, і менші дані стосовно лапароскопічної абдомінальної хірургії. І зараз я трошки спробую пояснити чому. Тому що коли в абдомінальній хірургії, знов таки, давайте домовимося про головне. Коли ми зараз вам говоримо про епідуральну анестезію або аналгезію, ми говоримо саме про торакальну. Тому що якщо хтось поставить на поясничному рівні цей катетер, це не буде еквівалентом. Це буде набагато ще навіть гірше, ніж то. І навіть намагання завести катетер повище, не на 5, а на 8, 10, 15, 30 сантиметрів, воно не призведе до того ефекту. І ця аналгезія не буде називатися торакальною епідуральною аналгезією. Тому ми говоримо саме про ті рівні, про які ми повинні з вами говорити. Отже, Т4-Т11 – це золотий стандарт для відкритої хірургії на черевній порожнині. Будемо говорити, я потім покажу, що з чим пов'язано. На кінцевий результат є різнородні дані, і тому я вже сказав чому. Тому що впливають на кінцевий результат різні речі, в тому числі і там тривалість, і хірургічні техніки, і все таке інше. У пацієнтів високого ризику суттєво впливає на ускладнення та летальність, тобто знижує і ускладнення, і летальність у пацієнтів високого ризику. І якщо ви почали знов-таки торакальну епідуральну анестезію перед операцією, як це робить Іван Іванович, і навчає наших курсантів, які до нас приходять, то це призводить до зменшення опіатів інтраопераційно, анестетиків та релаксантів. В принципі, багато оперативних втручань можна проводити, ну, майже без опіатів, тільки водячи їх там на індукцію. Суттєво це зменшиться, якщо ще це проводиться під інгаляційну анестезію, то тим більше. Порівняно з парентеральними опіатами, в післяопераційному знеболенні, якщо говорити про брюшну хірургію, то це краще статична та динамічна аналгезія. А динамічна – це основний показник.
Коли я провожу обходи в клініках, та, я консультую, підходиш, питаєш, каже, вам болить? Каже, ні, не болить, каже, покашляйте. Я кажу, не буду, каже, бо болітиме. Да? Оце і називається динамічна аналгезія. Тобто, якщо пацієнту не може покашляти, хоча йому в принципі не болить, то це означає, що пацієнт недознеболений. Краща функція ЖКТ – це її відновлення, і про це, ну, навіть про це часто ставлять це на перше місце, хоча я би так не робив би. Зменшення інсулінорезистентності, про яке вже тут згадували, про ЕРАС, да? І зменшення кардіальних та легеневих ускладнень, перш. Лапароскопія. Стосовно переваг значно менше досвідів, але доведено, що вона доцільна пацієнтів високого легеневого ризику, знов-таки, і швидше відновлення, тут у нас більше переваг для відновлення функції ЖКТ. Чому? Тому що, в принципі, після навіть великої хірургії на червній порожнині, в основному, що знеболює епідуральна аналгезія? Операційну рану. Да? Відповідно, якщо у нас була лапароскопічна хірургія, то та імпульсація соматична, вона суттєво менша. Але на відновлення функції ЖКТ воно впливає. На жаль, фактично треба розуміти, що на що не на третій день може все рівно боліти. Чому? Тому що коли починається газовий період, на вісцеральний біль епідуральна анестезія не впливає, і про це ми повинні з вами пам'ятати. Планова хірургія товстого кишківника. Теж це особливості. Якщо говорити про середньогрудний відділ, це суттєво зменшує ілеус порівняно з внутрішньовенним або парентеральним іншим знеболенням. Тобто, якщо ми пацієнта знеболюємо через епідуральну анестезію, то зменшиться той період, коли в нього є перес кишківника. І в перші 72 години це визнано оптимальним знеболенням для пацієнта з плановою хірургією товстого кишківника. Лапароскопія. Зараз у нас вже теж багато клінік, та? І третя лікарня, і багато інших. Вони застосовують планову хірургію навіть товстої кишківки через лапароскопію. Переважно ми говоримо про епідуральну анестезію для пацієнтів саме високого ризику. Да? Тому що ми це, на нижньогрудному рівні немає переваг, доведено. Да? Тобто, якщо ви поставите на Т12, ви не отримаєте вже тих переваг, які б ви отримали. І якщо на середньогрудний відділ, то це менша тривалість ілюсу, краща переносимість харчування через рот, ну, тобто немає тошноти блювання, менша кількість в післяопераційному періоді, бо ми на протоколі ЕРАС будемо їм давати раніше це все. І, відповідно, швидше відновлення функції шлунково-кишечного тракту. Використання, що використовується? Це використовуються місцеві анестетики низької концентрації з опіатами. Дають найкраще знеболення, це зменшує ризик моторного блоку, зменшує ризик симпатичної блокади та гіпотензії. Тобто не треба гнатися за висококонцентрованим розчином. Тому що разом з тим можна отримати і моторний блок, разом з тим можна отримати і інші ускладнення, які би не хотіли бачити, в тому числі гіпотензія, в тому значно симпатичного блоку. Торакальна епідуральна анестезія краще опіатів в післяопераційному періоді відносно знеболення, відносно ускладнень, резистентності до інсуліну, післяопераційної тошноти вливання і знов-таки підкреслюється, що це може бути разом, так, щось я не туди нажав, разом з парацетамолом та нестероїдними протизапальними лікарськими засобами. Стосовно цього, якщо говорити про рівень доказовості, то для вона застосовується як для попередження післяопераційного парезу, так і для післяопераційної аналгезії. Для відкритої хірургії високий рівень доказовості. Якщо говорити про лапароскопічну, то середній рівень, тому що ми вже говорили, що є різні пацієнти. Якщо говорити найновіше, це публікація 2019 року, ви бачите, тут тільки двоє вказано, тому що це ще лише онлайн-публікація. В принципі, підтверджується відносно того, що для лапаротомної хірургії це високий рівень доказовості і відносно ілюса, і відносно післяопераційного знеболення особливо. Якщо говорити для панкреату дуоденектомії, в цьому випадку ми говоримо про середній рівень епідуральної анестезії і говоримо, що має високий рівень доказовості відносно знеболення і відносно, середній рівень відносно респіраторних ускладнень, відносно загальної ускладнень значно менше. Якщо говорити про езофагектомію, для езофагектомії це у нас торакальна епідуральна анестезія сильний рівень і
Це так, так само, як і паравертебральна блокада, це може бути конкурувати. Якщо говорити для хірургії печінки, тут найменше рекомендацій. Тобто є одне дослідження, ось воно найперше, яке тут вказано, яке вказує про те, що зменшує тривалість госпіталізації, але в зв'язку з тим, що часто виникають у цих пацієнтів проблеми коагуляції, і є ще проблема, якщо інтраопераційна була гіпотензія, то це може посилювати проблеми з печінкою післяопераційному періоді. Гастроектомія. Відносно болю, знов-таки, високий рівень доказовості, відносно респіраторних ускладнень – середній. Якщо говорити про хірургію на прямій кишці і на промеженні, то зазначається, що не завжди епідуральна анестезія на торакальному рівні може на біль в промеженні впливати. Якщо говорити знов-таки про хірургію планову, то відносно болю в нас все рівно лишаються найвищі показники. Те ж саме стосується гінекології, в тому числі онкогінекології. Да? Ну і те ж саме стосується якихось інших. Якщо говорити про препарати, які ми застосовуємо для анестетиків місцевих, то дуже підходить той препарат, який не треба розводити. Тобто лонгокаїн, який 0,2%, нам якраз підходить для того, щоб зменшити ризики інфікування розчину під час його, так би мовити, розведення. І якщо ми беремо лонгокаїн і додаємо до нього фентаніл в низьких концентраціях, да, то це дозволяє нам зневолити пацієнта після операційного періоду. Отже, знов-таки, коли ми говоримо, підводячи підсумки, коли ми говоримо про торакальну епідуральну анестезію, то ми говоримо про торакальну епідуральну анестезію. Є висока торакальна анестезія, яка підходить для торакотомії, для аневризм аорти і таке інше. Середній рівень. Фактично для всіх, для всієї абдомінальної хірургії. І низький рівень – це для операції на прямій кишці, на промеженні. Зверніть увагу, навіть коли ми беремо ортопедію, то мова не йде про люмбальний відділ, мова йде про нижній грудний відділ. Таким чином, можна сказати, що коли ми говоримо про епідуральну анестезію, ми говоримо про те, що вона має застосовуватися у пацієнтів в широкому сенсі, але треба зважати на ті ускладнення, які можуть виникнути. Дякую. Да. Отже, своей практики. Потому стоит но. Все, что сказал до этого уважаемый Юрий Леонидович, абсолютная правда. Отрицать этого никак не можно. Но как у каждой монеты есть и другая сторона. Я люблю действительно эпидуральную анальгезию. Две мои диссертации связаны с эпидуральной анальгезией, поэтому я, как говорят анестезиологи, эпидуральщик. Но тем не менее, есть сомнения. Все началось с того, что уважаемый профессор Наринден Равал в свое время, в 2012 году, написал статью, что эпидуральная анальгезия не является золотым стандартом. И этому он посвятил целая большая разгромная статья, которая внесла в хаос в ряды анестезиологов-легиональщиков. На этом все не закончилось. Он продолжил дальше. Еще одна работа уже 2016 года. Настоящее состояние послеоперационного боли, он снова продолжил о том, что и показывает динамику, как со временем, с годами развивалась анестезия, и мы видим
от общей анестезии до локорегиональной. Почему? Потому что, видимо, есть «но», о котором я вам говорил. Появляются следующие работы. 2007 год. Ричард Брул. Эпидуральная анальгезия не настолько безопасна, как мы ее считали ранее. Частота таких осложнений, как эпидуральная гематома, инфекционные осложнения, неврологические, встречаются чаще, чем считалось ранее. Протокол РАС, без сомнения, об этом говорили, занимает в протоколе РАС эпидуральная анальгезия ключевое место. В этом абсолютно нет сомнений. Но это протокол РАС по... где у нас? Какая? При операции на печени. Это протокол РАС в колоректальной хирургии. Мы, в принципе, во всех протоколах РАС, и последние, которые вышли, которые упоминал Юрий Леонидович, там действительно есть торакальная эпидуральная анальгезия. Сомнений еще больше добавил Кристофер Ву на прошлогоднем конгрессе АСРА, Американская ассоциация по регионарной анестезии, базирование онкологических больных после хирургического лечения. К сожалению, в настоящее время еще не закончились 5 рандомизированных исследований, которые оценивают этот вопрос. Но Кохрейновская база не показала различий между общей анестезией в сочетании с эпидуральной анестезией, как на выживаемость общую, так и прогрессии при выживаемости. Существенных статистических значимых различий нет. Тем не менее, положительные эффекты есть и отрицательные в том числе. Что говорит нам переоперационное обезболивание в протоколах РАС? 2016 год, операция на печени, рекомендуется мультимодальная анальгезия. И что написано четко? Можно читать, есть, конечно, понимаете, читаем одно и то же, но что нам больше нравится, мы его и выделяем. Но что написано? Это 2016 год. Рутинная торакальная эпидуральная анальгезия не может быть рекомендована при операциях на печени. Инфузия раневого катетера, интратекальные опиаты могут быть альтернативой. Уровень рекомендаций строгий. Печень и строго не рекомендует торакальную эпидуральную анальгезию. Следующий гайдлайнс уже этого года, можно сказать, при операциях на легких, торакальная анальгезия, что мы видим? Регионарная анестезия рекомендуется с целью снижения послеоперационного использования опиоидных анальгетиков. И обратите снова, паравертебральная блокада обеспечивает эквивалентную анальгезию эпидуральной, но с меньшими побочными эффектами. Это есть. Дальше продолжаем. Следующий же гайдлайнс, уже который новый, это при операциях на пищеводе. Снова мы видим, паравертебральная анальгезия – хорошая альтернатива торакальной эпидуральной анальгезии при эзофагэктомии и снова с меньшими побочными эффектами, присущей эпидуральной анальгезии. Хотя здесь написано, торакальная эпидуральная анальгезия должна рассмотрена в первой линии подхода для послеоперационной анальгезии после эзофагэктомии. И паравертебральная, она также строгие рекомендации. Ничем не хуже. Дальше. Операции колоректальные. Торакальная эпидуральная анальгезия, я сразу же с переводом, торакальная эпидуральная анальгезия с низкими дозами местных анестетиков и опиоидов рекомендуется для открытых колоректальных операций. У больных же с лапароскопическим доступом торакальная эпидуральная анальгезия может быть использована, может, но не может быть рекомендована. Поэтому рекомендации строгих, что при лапароскопических операциях колоректальной хирургии обязательно строгие рекомендации использовать эпидуральную анальгезию, нету. Она может использоваться, но строго не рекомендуется, потому что есть альтернативные методы. Дальше. Проспект. Очень много положений, я даже не стал их переводить, но исследование, что торакальная эпидуральная анальгезия с местными анестетиками опиоиды не имеет значительного преимущества перед внутривенными PSA морфином снижения послеоперационных анальгетических потребностей в дополнительном обезболивании. И так далее. Можно продолжать. К примеру, торакальная эпидуральная анальгезия с бупивакаином плюс внутривенно PSA морфин
не предлагают каких-либо существенных преимуществ для снижения боли в покое или в течение кашля на четвертый день после операции и так далее. Можно его дальше продолжать, если зайти в свободном доступе, в проспекте есть. Там же туда входит и многоуважаемый Келлер, который к нам приезжал уже дважды. Что пишет проспект, четко выделено. Это оригинальный текст, это перевод. Не рекомендуется, рекомендует эпидуральную анальгезию как первую линию лечения для ряда хирургических операций. Лапароскопическая холецистэктомия, гистерэктомия, лапароскопические колоректальные операции, кесарево сечение, хотя кесарево сечение, эпидуральная анальгезия, наверное, это как можно без эпидуральной анальгезии, обезболивание родов или кесарево сечение. Но тем не менее, проспект не рекомендует те еще операции, несмотря на ее документированную эффективность при всех этих операциях. Возвращаясь снова к Равалу, встречались с ним на одном из конгрессов всемирных. Для нас имеется два безопасных анальгетика. Это парацетамол, о которых упоминал уже уважаемый Юрий Леонидович, и местные анестетики. Последний недостаточно используется как важный компонент мультимодальной анальгезии. И не обязательно, чтобы это было эпидурально, потому что внутривенно лидокаин можно вводить и другие способы, кроме эпидурального, в том числе и внутривенный. Итак, лидокаин, местный анестетик, он обладает противовоспалительным эффектом, положительный влияет на послеоперационный порез кишечника, противовоспалительный эффект является стойким, сохраняется в течение 36 часов после их прекращения введения. Эффект развивается при продленном введении низких концентраций. 1-2 мг на килограмм в час, начатые во время операции, продолжаемые после операции. Разные исследования есть. В течение операции с продолжением 3-4 и сутки после операции. У нас есть такой опыт, у нас в институте наши коллеги-анестезиологи делают. Лидокаин сдерживает прогрессирование воспалительного процесса, положительные антитромботические эффекты местных анестетиков в том числе. Итак, эпидуральная анальгезия. Она инвазивная, она трудоемкая. 70, молодой доктор должен сделать не менее 70 эффективных, успешных эпидуральных пункций, чтобы он уже стал более-менее специалистом. Но если вот рейс, она дорогая все-таки, набор эпидуральный, и особенно в нашем бюджете удорожает анестезию, хотя качество обезболивания хорошее, несет потенциальные риски инфекционные, гемодинамические, неврологические, увеличивает риск инфаркта миокарда у больных с ИБС, если выполняется на поясничном уровне при торакальных операциях. Частота и количество серьезных осложнений после эпидуральной спинальной анестезии – это данные еще ЭРОИ 97 года. Уже в 97 году ЭРОИ показывал этот известный слайд. Видите, достаточно есть. И асистолия, и смерть, и судороги, и травма спинного мозга, спинальная эпидуральная анестезия имеет такие побочные эффекты. 2000 год, снижение послеоперационной летальности. Это то, что в 2000 году говорили о положительных эффектах эпидуральной анальгезии, в том числе снижение послеоперационной летальности. И приводится одно из исследований, привожу, почти 10 тысяч больных, на 30% снижение 30-дневной летальности, 55% ТЭЛА, 44% тромбоз глубоких вен, необходимость трансфузии, снижение пневмонии. Но не подтверждено это все в последующих исследованиях. И этому много исследований, которые показывают, что вот эти, большая часть этих положительных эффектов, они уже не подтверждены многочисленные рандомизированные исследования. Еще одна работа, снова Кристофер Вуд, 2007 год. Обратите, 100 тысяч больных исследовали смертность, сердечно-сосудистые осложнения с эпидуральной анальгезией, без эпидуральной анальгезии, инфаркт миокарда, легочные осложнения, дыхательная недостаточность, пневмония. Недостаточно данных подтвердить или отрицать способность послеоперационных техник анальгезии повлиять на послеоперационную заболеваемость или смертность. Главным образом вследствие недостаточности материала, чтобы определить различия при наличии низкой частоты послеоперационных осложнений. Очень много надо провести исследований с большим набором больных,
более миллиона и так далее, ну, чтобы показать эффективность. Следующее предлагаемое преимущество эпидуральной анальгезии – снижение частоты сердечно-сосудистых осложнений, в том числе в данной работе 2001 год, снижение послеоперационного инфаркта миокарда. И здесь вот пишется, что частота инфаркта миокарда составила 6% с более низкой частотой в эпидуральной группе. Много исследований, уже более свежих. Современные данные предполагают, что эпидуральная торакальная анальгезия может снижать риск сердечно-сосудистых осложнений, таких как инфаркт миокарда у больных, с высоким риском, подвергающихся большим хирургическим вмешательствам. Однако, очень мало данных, что эпидуральная анальгезия снижает эти осложнения у относительно здоровых больных с низким риском. А мы делаем эпидуральную анальгезию как с высоким, так и с низким риском. Практически все. Да. Поэтому при развитии гипотензии, при использовании эпидуральной анальгезии, какие последствия не всегда мы отслеживаем после увеличения инфузии, где наша GTT, Goal Directed Therapy, введение симпатометиков, нарушение сплохнотического кровотока при большой инфузии, нарушение микроциркуляции в анастомозе, вопросы остаются открытыми. Еще одна работа 2007 года – эффект анальгетических техник на послеоперационный исход, включая анальгезию. Это 9 метаанализов, 14 рандомизированных исследований, почти 3000 больных. Сочетание общей анестезии с торакальной связано со снижением частоты суправентрикулярной аритмии, дыхательных осложнений, но не смертности инфаркта миокарда и ОНМК. Авторы заключили, что торакальная эпидуральная анальгезия в кардиохирургии не стоит таких существенных рисков, как развитие эпидуральной гематомы. Поэтому особенно в кардиохирургии эпидуральная анальгезия, какая она была прекрасная была, не совсем подходит. Келет. По поводу легочных осложнений, протективный эффект эпидуральной анальгезии против пневмонии после абдоминальных торакальных операций значительно снизился за последние 35 лет, преимущественно за счет снижения общего риска хирургических вмешательств. Дебат о положительном эффекте эпидуральной анальгезии на легкие может не иметь значения, так как хирургические техники становятся менее инвазивными. Лапароскопия. Частота тромбоэмболических осложнений при эпидуральной анальгезии тоже один из тезисов, который был положительным эффектом эпидурального блока. British Medical Journal в 2000 год, да, уменьшалась частота тромбоэмболических осложнений. Но большинство исследований, которые выполнены до введения современных методов тромбопрофилактики с низкомолекулярными гепаринами, и до активного внедрения минимально инвазивных вмешательств. Большая часть положительного эффекта, и вот эти данные связаны до введения низкомолекулярных гепаринов. Посмотрите обзор тяжелых неврологических осложнений, тоже как побочные эффекты, связанные с центральной нейроаксилярной блокадой. 1 260 000 спинальных и 450 000 эпидуральных анальгезий. 127 осложнений, спинальная гематома и так далее, постоянный неврологический дефицит, 85 больных. Уважаемые коллеги, я все время привожу, интернам иногда говорю, это все равно, что как японское качество в 90-е, 80-е годы, когда они говорили 0,1% брака ихней техники для кого-то, для больного, это 100% брак. Поэтому если вот эти вот проценты достаются одному больному осложнений, то для него это 100%. Заключение осложнений выявлены значительно чаще, чем ожидалось. При эпидуральной больше, чем при спинальной. Еще работа 2009 года. Нет еще, да, не перевел. Да. Смерть. Это британские коллеги. Порядка 3-6 в год. И большое количество тяжелых неврологических осложнений наблюдается ежегодно в Британии, связанное с нейроаксилярной блокадой, и должны быть сбалансированы против положительных эффектов, которые присущи эпидуральной анальгезии. Австралийцы, 2007 год, австралийские анестезиологи показали, что 82% изменили свое отношение к практике выполнения эпидуральной блокады. В связи с чем? Потому что боятся двух причин. Страха судебных издержек, судов. И второе, отсутствие
доказательств по положительному эффекту с позиции доказательной медицины. Теперь инфицирование эпидурального катетера и инфекционные осложнения, связанные с эпидуральной блокадой. Вообще, какая продолжительность использования эпидурального катетера? В разные страны по-разному, у нас в клиниках точно так же по-разному ее используют. Например, в США 1-4 дня, до 5 дней. В Швеции, Германии до 36 дней. Обратите внимание, инфекционное осложнение почти до 5%. Для кого-то это 100%. Это работа 2018 года, совершенно свежая, журнал Anesthesiology. Пролонгированное использование катетера и частота инфекционных осложнений при регионарной анестезии. Это германский регистр. Все виды периферические, эпидуральные катетеры ставили. Видите, почти 50 тысяч, из которых 20 тысяч эпидуральных. С каждым днем вероятность увеличения инфекционных осложнений, связанных катетеров, возрастает, начиная с 3-4 дня. Поэтому чем больше стоит катетер, тем больше вероятность его инфицирования. Что можно сделать? Конечно, в плане рекламы, как можно чуть-чуть уменьшить частоту таких осложнений, можно использовать повязки с хлоргексидином, которые обладают антимикробным эффектом. Уже есть достаточная база по использованию катетеров при, вернее, повязок при использовании повязок тегадерм с хлоргексидином, особенно при использовании центральных венозных катетеров с многими положительными эффектами, полупроницаемая дышащая наклейка, хлоргексидин не требует дополнительного увлажнения, что немаловажно для катетера, для местонахождения. Кроме того, концентрация 2% сохраняет высокую концентрацию, высокую антимикробную активность. В течение 7 дней мы видим достаточно большой спектр. Можно, конечно, прикрываться такой повязкой. И показано, что особенно при постановке центральных венозных катетеров снижение катетероцизированных инфекций на 75%. Еще один вопрос. Эпидуральная анальгезия не всегда бывает 100% эффективной. Много данных, что от 25 до 35% эпидуральный блок не работает. Это одна из работ еще 2003 года, которая показывает частоту неэффективности эпидурального блока. Мы видим достаточно большой процент. Что можно сделать? В свое время мы опубликовали работу при использовании продленной эпидуральной анальгезии для обезболивания родов. Олег Евгеньевич сидит здесь, он тоже участник этой работы. Мы использовали катетеры, эпидуральные наборы Big Brown Perifix 401 ван, в котором имеется 6 отверстий на конце, который уменьшает вероятность развитие мозаичного блока и тем самым уменьшает вероятность неадекватного эпидурального блока. Но это как один из вариантов, может быть. Это наши результаты. Одна группа получала стандартный эпидуральный набор, а другая группа получала набор Perifix 401 ван с 6 отверстиями на конце катетера. Не буду долго останавливаться на работе. Адекватная анальгезия 68% только обычный катетер и 94% при использовании катетера с 6 боковыми отверстиями. Итак, продолжая, а какие есть альтернативы эпидуральной анальгезии? Они есть. Периневральный блок, катетерная инфузия в рану, паравертебральный, ТАБ-блок, местно-инфильтрационная анестезия, в конце концов, внутривенное введение лидокаина. Об этих техниках Дмитрий Валерьевич будет говорить в своем докладе, я не буду на них подробно останавливаться. Так, подводя резюме. Частота побочных эффектов при использовании эпидуральной анальгезии значительно выше, чем нам кажется. Невозможно примерить одну технику анестезии на все виды операций. Она не должна использоваться рутинно каждому больному. На малую операцию делать эпидуральную спинальную анестезию. Необходимы четкие показания для применения методики с оценкой риск-польза. И присущие ранее положительные эффекты не подтвердились в последующих исследованиях. Спасибо. Кому дать слово? Мне. Я просто не совсем согласен.
Естественно, не може бути согласен. Я хотів лише два слайди. Останнє резюмуючи. І там, де ви необґрунтовано говорите про недоліки епідуральної анестезії. Отже, перш за все, присущі ранні положительні ефекти не підтвердились в останніх дослідженнях. Якщо можна говорити про, скажімо, якісь позитивні ефекти стосовно ускладнення або кінцевих ефектів, як я вже сказав, то можливо. Хоча я вже казав, що на це може впливати. Але стосовно післяопераційного знеболення, я думаю, що кожен з нас би хотів, щоб йому не було боляче. Друге. Поверніться, будь ласка, там кілька слайдів. Давайте, я вам допоможу. Там просто було стосовно того, що воно... Да-да-да. Ну, раніше. Покажіть ці слайди, будь ласка. Розверніть її, да. Ні-ні, там було багато... Просто без всяких... Ага, ось все, будь ласка. Інвазивна, трудоємка, дорога, да, почнемо з першого. Інвазивна. Да, інвазивна. Бо це всі методи, які ви запропонували альтернативними, вони є не менш інвазивними. Трудоємка. Чим блокада нерва є менш трудоємкою? Або інфільтрація. Кількість сколів під час інфільтрації, наприклад, рани, вона значно більша, ніж один вкол при епідуральній анестезії. Дорогая, ну, давайте порівняємо вартість епідурального набору, якого-небудь середньої вартості, да? І порівняємо набор для того, щоб поставити, знайти периферійний нерв, да, і все інше. Або навіть набор для інфільтрації, для постійної інфузії місцевого анестетика в рану. Що буде дорожче? Іван Іванович, скажіть чесно. Епідурально, звісно, буде дорожче. Ні. Далі. Потенційні ризики, інфекційні ускладнення. Інші методи також несуть. Гемодинамічні ускладнення. Ну тут нічого не скажеш. Але треба застосовувати що? Лонгокаїн. 0,2%. Тоді буде менше гемодинамічних ускладнень. І норадреналін, який теж не дешевий. Неврологічні ускладнення. Неврологічні ускладнення тут, звичайно, повинні зважати на протипоказання. І якщо ви застосовуєте при протипоказаннях, ну тоді це вже не проблема методу, а проблема тих рук. І збільшення інфарктного міокарда, ну, на поясничному рівні. А хто вас просить робити торакальну анестезію на поясничному рівні? Іван Іванович, я не розумію. Дякую. Спасибо большое, Юрий Леонидович. Начну з последнього. Ви в своєму докладі, коли говорили, то говорили, що завести катетер на 5-10-30 сантиметров из поясничного хора. Невозможно. Невозможно, согласен. Принимаю все ваши, да. Я не сомневаюсь, дякую. Нет, это не все. Об этом можно, конечно, долго спорить. Можно говорить, как я уже в самом начале сказал, каждая методика имеет свои и плюсы, и минусы, и та имеет право на жизнь. Уважаемые коллеги, а ваше мнение, что вы, какие у вас вопросы могут по поводу регенеральной техники, в частности, эпидуральной анализы? Я смотрю, видите, Юрий Леонидович, очень много вопросов сразу. Случайно, я не сомневался. Давайте последовательно. Так, давай. Вы у нас ведущий и главный. Да, пожалуйста. Якщо уважно почитати, рівна концентрація вводяться на рутину, наприклад, на різних етапах. Іноді туди вводять дослідження, що вони навіть тільки операційно використовували. Інші починають вводити спочатку операції, а інші автори до розвитку. І що ми використовуємо? Ми використовуємо пропоколи, фібаран. Дуже багато аспектів, і певні результати можуть вплинути. Тут міняється техніка операційного, лапароскопічного і так далі. Дуже багато різних підходів, вони суттєво впливають. Чи буде, чи можна їх назвати поверхневими, щоб підняти Да, сразу же отвечу, может даже вопросом на вопрос. А те исследования, которые говорили в пользу положительного эффекта, насколько они корректны могут быть? Понимаете, и те исследования проводят люди, которые имеют большой опыт. И в принципе, исследования, которые я ссылаюсь, это достаточно солидные центры
медицинские центры известных авторов, там вот здесь вот приводятся и Линквист, и Батлер, и все остальные, которые являются этими же и экспертами в этой же области, в том числе и Келлит сам же, в том числе и Нариндэн Равал. Он не зря, он Нариндэн Равал... Да, Келлит Хиру, но тем не менее. И Нариндэн Равал в том числе, он тоже региональщик, он тоже эпидуральщик. Но тем не менее, перешел. Да, второй вопрос. Якщо ви стоїте на позиції, що нотифікативна імпульсація має бути максимально блокована до того моменту, поки буде зберігатися травма, то все ж таки доцільніше поставити питання конкретно, перше питання певні консультації, для того, щоб ви отримали цей антимотифікативний засіб. І друга відносно концентрації, ну скажімо, на роботі. Чи є порівняння дослідження, не так, можемо взяти, ми просто спецем на родину, поставимо тут варама, фентаніл на індукцію, і далі ми фактично регулюємо ці варами, розуміємо на рацію, або можна використовувати 0,75 кожного процента на родину і зменшити ці варами на дослідження. Чи буде ефект порівняння доведення? Здесь можно долго говорить, я перейду немножко с более короткого вопроса, вернее ответа. Вы видели мое начало презентации. Я очень люблю эпидуральную анальгезию. Но вторая часть мессенджа была в том, что нельзя и не надо ее делать, где попало. Не надо ее везде тыкать. Чтобы на торакальных операциях. Поэтому основной месседж был в том, что надо взвешенно использовать методику, а не делать ее где попало. Все. Чтобы коллеги помнили об этих побочных эффектах. До следующего вопроса. Да, пожалуйста. По поводу эпидуральной анализии ваш слайд. И говорили, есть замещение там блоков и паравертебральных блокадов. Неужели каждые 8-12 часов колоть паравертебральную блокаду или там блок будет лучше, чем один раз поставить катетер? А там тоже катетер? Тоже катетерная техника, она используется. Да, у нас вот коллеги сидят. Два катетера. Я бы сказал, что риск инфицирования не столь высок в данном случае, как, потому что это все-таки это не эпидуральное пространство, это пространство между двумя мышцами, с инфекцией там меньше проблем. А вот с токсичностью местных анестетиков там проблем может быть существенно больше, особенно на инфузии. Да, да, но там и меньше гемодинамические изменения, в разы меньше. Это смотря у кого. Эпидуральный. На широко используется Запорожье, широко используется таблок. И второй вопрос. Вводится же анестетика намного больше, чем эпидуральная простата. И осложнений после этого мы видим больше. Вы до сих пор остаетесь против эпидуральной анестетики? Я не против эпидуральной. Я же вам еще говорю, я не против. Я вам говорил, что вам будет тяжело. Давай это наступное запитание. Да. Давайте. Я дуже дякую за запитання і СССР. Хочу подякувати взагалі за організацію цієї атмосфери. Таке враження, що я попав якийсь на якийсь Марс. Тому що ініціатором завжди знеболення адекватно було хірург. А тут я бачу все наоборот. Це, ну, неймовірно, звичайно, викликають емоції. Але я хотів задати ось питання. Сібаські, може, скажите, пожалуйста, вот эти неврологические исследования, вот вы как бы преемники этой методологии, звучит ли где-то в этих исследованиях, какова причина этих осложнений, особенно у лиц молодого возраста, мало того, даже у спортсменов, у которых производится операция там, на половых путях, там, на сфере выделительной системы,
І в чому нюанс якраз от таких висновлення, скажімо, це перший питання. І второй я би вже на стороні Юрія Мінича. Знаєте, особливо в панкреатології ПДА, воно є індикатором патогенетичного лечення. Воно правильне чи ні? Тому що період анестезії, он иногда сокращается, когда вы видите деструкцию, и маркеры, скажем, вот этого сепсиса, они нам сразу демонстрируют, есть, мы правильно избрали путь или неправильно. Поэтому вот я бы хотел услышать вашу позицию. И третий вопрос. Тогда мы имеем право, как хирурги, да, просить на столе, особенно при непроходимостях острых, любого генеза, неважно, ставить тут же ПДА и потом его использовать, особенно когда мы выполняем интубацию, да, допустим, и просить комбинировать, чтобы упредить те осложнения ранее или позднее после операционного периода. Или же при перфорации, тоже неважно, какого инеза там онкопроцесса, или гастральные, скажем, язвы осложненные, сопровождающиеся кровотечением. То есть мы тоже можем быть инициаторами уже с вашей подачи, слава Богу, постановки на столе ПДА и последующие, так сказать, комбинации улучшения качества жизни. Ну, это прежде всего. Спасибо. Начнем с последнего вопроса. Поставить федеральный катетер в тех клинических ситуациях, которые вы говорили, можно поставить, но есть альтернатива федеральной анестезии, это внутривенное введение кокаина. По многим исследованиям ничем не хуже продленной эпидуральной. Поэтому если больной, те перечисленные патологии, которые говорили, он исходно может быть либо в шоке септическом, либо с нестабильной гемодинамикой, исходно мы можем уже, поставив эпидуральную анальгезию, можем еще больше скомпрометировать его статус. Поэтому альтернативой может быть абсолютно внутривенное введение лидокаина. И много работы этому подтверждений. Надо ли ставить при панкреонекрозах? Конечно, надо ставить, да. Здесь преследуется много целей эпидуральной анальгезии, поэтому здесь без сомнения, мы же как раз и говорим, взвешенного использования эпидурального блока. В этой ситуации абсолютно с вами согласен, что надо использовать. А какие критерии, почему у молодых возникают эти осложнения? Частично это может быть первым, это недостаточный сбор анамнеза. Раз, потому что больные есть с нарушениями коагуляциями и молодые, с гемофилиями, принимающие препараты, антикоагулянты, нет, стентов и так далее. Социальную дисфункцию вы еще упоминали, да? Вы это, про это спрашивали? Нет, нет, не социально. А, социально? На самом деле, у меня была раньше доповедь, там, где я проводил, анализовал исследования. На самом деле, жодное исследование не довело виновность епідуральна або спинальні волки, ні, ну, звичайно, якщо пошкодили нерви, пошкодили спинний мозок, то це зовсім інша історія. Але сама анестезія, тобто введення просто місцевого анестетика і короткотривалий блок, який був викликаний, він ніколи не викликав сексуальні дисфункції. А в нас є професор Фесенко у Львові, то він каже, навіть навпаки. Один з критерій ефективності блоку. Вопрос практический, Юрий Леонидович. Вы говорили, что можно вводить эпидурально опиоиды. Какие опиоиды дозволены и в каких объемах? Вот интересно. Дуже гарне запитання, дякую. Ну, насправді, в нас в жодних опіоїдах не написано, що вони можуть вводитися. Але епідуральне введення – це не те, що спинальне введення. Це не одно і то ж. Ну, тобто, оскільки ми вважаємо, що ми фентаніл вводимо спінально, ви не можете вводити формально нічого. Да? Тому що там це окрема, скажімо, окрема зона для введення. А епідуральний простір ви можете трактувати трошки більш широко. Да? Ну, так само, як ви ж можете вводити там, параневрально або внутрішньом'язево фентаніл. Тобто, ну, ви можете якимось чином трактувати в цей спосіб. Ну і знов-таки, є окремі нормативи, але вони значно менші, ніж інструкція, які говорять про, дозволяють вводити фентаніл, саме фентаніл.
низькій концентрації. Ну, тобто це приблизно 100 мікрограмів на, да, на великий об'єм, тобто на 50 мл. Такий. Ну, тобто на одну помпу, на одну повну помпу вводимо одну ампулу на 100 мл. Прошу. Спасибо большое. Ну, использование УЗИ для эпидуральной анестезии вот сейчас распечатал доктор Строка из Феофания, судя по постам в Фейсбуке. Вот. Но на самом деле нема жодних досліджень, які б зменшували ці ускладнення. Я думаю, що зменшення кількості ускладнень може бути правильний підход до пацієнта. Ну, тобто, якщо ви на варфаріні, то з УЗІ або без УЗІ, ви не побачите пацієнта, яку ви пошкодите. Тобто, чим лише може нам допомогти ультразвук, це, по-перше, з'ясувати, який проміжок є найбільш ефективний, а по-друге, особливо у дітей. У дітей, мені здається, там чітко візуалізується катетер. Дмитрій Олєгович може це прокоментувати. У дорослих, ну, це, ну, можна цим користуватися, але, ну, ніхто не довів, скажімо, необхідність, скажімо, цього застосування. Так, прошу. Наболевший такой злободневный вопрос к одним из лучших анестезиологов в нашей стране. Вот ситуация. Идет лапароскопическая операция в тазу на прямой кишке. Долго, тяжело. Умный лапароскопист обколол трахеальные раны бромгокаином, обеспечил на 6 часов анестезию этой зоны. Лапароскопическая операция идет на абдоминальной гипертензии. То есть там минимальное давление 12 мм. И соответственно зона болевой ориентации это вот эта вся растянутая париетальная брюшина. Часто во время лапароскопических операций возникает ситуация, когда начинает как-то падать давление и картинка на экране перестает радовать. Тогда лапароскопист говорит там кому-то операционному технику своему, что надо бы поддать газу и поднимает давление там 13, 14, 15, а человеку больно, у него вот сокращаются эти мышцы, и он, ну, пытается ликвидировать эту гипертензию, и он без эпидурального катетера лежит на столе. Ну, варианта два, или сдувать, делать десуфляцию, ждать, или вот какие-то эти анестезиологические вещи делать. Вот какая тактика анестезиологическая? Ну, первое, это объяснить хирургу за давление, да, все-таки. Ці цифри вони малоприємними, які ви називаєте. А второй момент, ми вже говорили, у нас дисертація завершена вже на кафедрі, к сожалению, вона не може бути поки захищена, із-за того, що не розрішають PhD захищати до сих пор. Ну, всі публікації, в тому числі в Європейському анестезіологічному журналі, ми зробили по поводу лікарного матеріалу. И как раз таки относительно лапароскопических техник, лапароскопической хирургии, внутривенный лидоктеин, он очень много исследований хороших показали его именно эффективность. Не для открытой хирургии, хотя там тоже это может быть как альтернатива, а именно для лапароскопических техник. Кроме того, я добавлю все еще, что будет надавать на анализе, который будет говорить во второй части. Да. Дозировку поставите. Ну, среднестатистического человека. 70 кг. Ну, приблизительно это до 100 мкг в час. В среднем разные авторы дают, да, от 1,2 до 3 миллиграмм. Миллиграмм на килограмм в час. Ну, в принципе, у нас тут с нашего института коллеги здесь присутствуют. 1-1,5 миллиграмма на килограмм в час. Ну, вопрос на желудочной дозы, но мы не делаем на желудочную дозу. А есть авторы, которые сначала вводят одну, ну, часовую дозу на момент, а потом идут на эти цифры в час. Да. Юрий Леонидович, вы остановились на том, что на сегодняшний день часто ставят стенды не только в сердце, в нижней конечности. И часто необходимо, например, этим пациентам делать операции, там какие-то некректомии, либо низкие ампутации. И столкнулись с тем вопросом, то, что пациент необходимо продолжать прием того же клопидогреля, но встает вопрос про метод обезболивания. Не всегда анестезиологи хотят проводить внутривенный наркоз, а рекомендуют за 4-5 дней отменить прием клопидогреля, чтобы провести спинальную анестезию, либо эпидуральную анестезию. Но в своей практике
я отметил, что вот отмечал тромбоз уже у пару пациентов на фоне вот отмены перевода пациента на гепарин, низкомолекулярный, либо на обычный гепарин, на фоне отмены клопидогреля в раннем, где-то на протяжении где-то месяца после проведения стентирования нижних конечностей. Вот что вы такое? Нет, так есть четкие цифры, которые говорят о принятии решения в данном случае. То есть, ну, во-первых, есть цифры, которые рекомендуют проведение плановой хирургии после стентирования, да, и, ну, меньше чем 6 месяцев плановая хирургия просто не планируется. Не, я понимаю, о чем вы говорите. Если хирургия не плановая, в этом случае идет соотношение риск-польза в каждого из методов, во-первых. Во-вторых, относительно временных промежутков, когда отменять какие препараты, влияющие на свертываемость. То есть клопидогрель за 4 дня отменять никакого смысла, потому что его действие продолжается. Вот. То есть, если говорить о клопидогреле, то это не менее там, 7-8 дней, если о теклопидине, то 11-12. Вот. Но в случае, и вы можете, в этом случае нужно говорить со сосудистыми хирургами, возможно, в отдельных случаях рассмотреть переход на аспирин вот на этот период, потому что аспирин не запрещен к использованию вплоть до интраоперационного периода. Это первое. Второе. Это соотношение риск-польза для разных методов. Да? Ну, то есть одно дело, если вы собираетесь делать таракальное, на таракальном уровне эпидуральную анестезию на антикоагулянтах, это одно. Тут у нас совершенно другие, ну, тут у нас одни требования к безопасности. А если вы делаете сингл-шот спинальной анестезии, то совершенно другие. Ну, я не вижу проблем на аспирине сделать пациенту тонкой иглой на поясничном уровне сингл-шот спинальной анестезии. Никакой проблемы не вижу. Желательно драматично, как это можно? Ну, это уже, да, именно раньше. И снова вопрос, а может быть не делать? Об этом, может быть, просто сделать общую анестезию и не рисковать, и потом не идти домой, и не спать, и не думать, а не развилась эта память. Очень короткий, мы уже выходим из графика. Спасибо вам за ваше выступление. За. Колоректальная хирургия. Я упоминал о том, что мы можем. Просто, может, я не досмотрел? Колоректальная везде указывается мид-фарация, Т4-Т8 недель. Да, 5 минут. Ну, и там указывается, что в колоректальной хирургии вы перианальную область можете не задеть, особенно если это брюшномальная резекция и все остальное. Есть разные методы решения этого вопроса, вплоть до того, что на больших операциях у нас некоторые хирурги называют циторедуктивные, да? Вот знакомый термин. Вот, то они, как бы, вплоть до того, что в нескольких случаях мы ставим два эпидуральных катетера. Не знаю, насколько это оправдано, но я думаю, что может рассматриваться от одного пациента к другому. Вы работали с терминами, не тарасик идет, Т8 не ниже, даже колоректально. Я уже по аудитории это слышал. Мы работали с двумя эпидуральными катетерами на операции Льюиса, на Гарлока, года три, наверное, здесь сидит и Константин. Особенно первые сутки два катетера никак не можем использовать. Они впадают в гипотензию, и дай бог, чтобы один катетер работал. Поэтому, поработав 3 года, наверное, мы отказались от двойного эпидурального катетера. Нет, Барка, Иван Иванович, вам тоже спасибо за настороженность, которую вызываете. И одна ремарка по поводу эпидуральной чешуечной хирургии. Аудитория, боюсь, поняла, что не рекомендовано. У вас там написано рутинное использование рекомендовано. То есть, если мы предполагаем, мультивисцеральная большая печень, потеря, конечно, рутинная стадия не нужна. Но на резекции печени работает та же самая дисбудующая. Если там одна какая-то атипичная, один узел забрать, да, и делать эпидуральную... То есть, рутинно нет, но в целом на печени нет. Согласен. Последний вопрос, пожалуйста, мы вышли из графика. Может ли в онкологии федеральная анестезия войти в стандарт настроения? Внести в стандарт? Да. Может ли такое быть? Ну, онкология — это очень широко. Это от родинки и заканчивая суперредуктивной операцией. Абдоминальная онкология. Не лапароскопическая. Помните, еще, по-моему, на конгресса назад. Наших анестезиологических резюме конференции, съезда анестезиолога, было такое, что внести в стандарты анестезиологического обеспечения эпидуральную анальгезию в онкохирургии.
Это было рекомендации после проведения конгресса анестезиологов. Уважаемые коллеги, спасибо большое за дискуссию, Юрий Леонидович. Я думаю, дискуссия удалась. Слушаем замечательные доклады о программе ERAS и концепции ERAS, поэтому в процессе подготовки к докладу захотелось его сделать таким немного легким, таким субботним, чтобы было ну, не только интересно, но еще и приятно слушать. Во-первых, мне, как возможно и всем в этом зале, очень нравится тот новый, более такой совершенный, прекрасный формат ведения конференции, который больше похож на диспут. Я такой человек, очень люблю докапываться до всяких значений слов, и вот посмотрел, что диспут – это в схоластической средневековой Европе форма ведения спора с целью установления богословской или научной истины. Этот процесс подчинялся формальным правилам, основным из которых были ссылки на письменные источники и тщательный анализ аргументов каждых из сторон. Еще одной характерной особенностью средневекового схоластического диспута было то, что для соблюдения его правила и формата представителям какой-то из сторон кто-то назначался. Так решалось, кто мог отстоять те или иные аргументы. Вот мне сегодня выпала такая честь отстаивать аргументы за механическую подготовку толстого кишечника. Но, как мы знаем, это во многих вещах противоречит, в принципе, концепции программы ERAS, но, тем не менее, попытаюсь. Откуда вообще идет эта проблема? Почему она такая вот у всех прям на слуху? И сколько существует взгляды на программу ERAS? Она, вот, находит, возможно, самая противоречивая в всей этой программе. Здесь приведены картинки таких очень старых учебников. Вот это... книга профессора Натяженко, это была первая книга по медицине, которую я впервые вообще взял в руки, очень-очень давно. Это замечательная монография коллектива кафедры хирургии Академии последипломного образования, релапаротомия. И на основе вот подобной литературы формировалось мировоззрение старого поколения хирургов и их отношение к механической подготовке. Вот основные такие догмы этого всего дела здесь приводятся. Почему все считали, что механическая подготовка прям вот так сильно нужна? Во-первых, потому что наличие содержимого в толстом кишечнике неминуемо приводит к несостоятельностям анастомоза. Швы анастомоза, особенно однорядные, при контакте с кишечным содержимым работают как фитили, по ним эти подлые микробы проникают во внешнюю среду, вызывают несостоятельность и там, перитонит и прочее. Анастомоз, особенно в дистальных отделах толстой кишки, это левая половина, прямая кишка, механически может травмироваться калом, который туда подло подъезжает, и таким образом тоже предаваться несостоятельности. И поэтому на пустой кишке вероятность того, что этот анастомоз не состоится, значительно меньше.
При неподготовленной толстой кишке происходит контаминация брюшной полости, когда удаляется препарат, это содержимое, ну, каким-то образом размазывается по там, фрагментам париетальной брюшины, по ране во время формирования анастомоза, особенно когда внутренний ряд швов формируется, постоянно идет эвакуация этого содержимого из толстой кишки, оно везде размазывается по всем инструментам, которым потом зашивается рана, и вот, мол, отсюда возникают такие проблемы. Ну, на первый взгляд, эти все положения, они вот, кажутся, да, для такой научной аудитории, которая имеет устоявшееся научное мировоззрение, что это все какой-то просто бред. Но, тем не менее, это то, что имеет место сейчас. Скажите, кто есть в этой аудитории хирурги? Прекрасно. Это вот эти люди меня поймут, потому что я уверен, что у каждого хирурга такого есть старший наставник, который это ему рассказывал, потому что его старший наставник такое, имел такой опыт, и они все это видели, поэтому вот так вот нужно делать, потому что все так делали. Но, опять же, научное мировоззрение, оно характерно дисциплинированным сомнением. И слыша вот такие вот разговоры, то поневоле задаешь себе вопрос, а правда ли наши предки так глубоко ошибались? То есть была ли это прям вот ошибка такая большая? Наверное, для того, чтобы дать ответ на этот вопрос, нужно каким-то образом поименовать вот то, что сейчас было процитировано, эти аргументы. И, наверное, наиболее правильным названием вот этого мировоззрения будет мифическое мировоззрение. И вот эти все приведенные фразы и причины необходимости механической подготовки – это скорее мифы. Мне попала в руки такая замечательная книга философа Алексея Федоровича Лосева «Диалектика мифа». Признаюсь, что в процессе подготовки к докладу я больше времени потратил на это, чем на публикации. Несколько цитат из его работы. «Миф – это совершенно необходимая категория мысли и жизни. В нем нет ничего выдуманного или фантастического. Это максимально конкретная реальность. Это реальность телесная, до животности телесная действительность». По сравнению, мифу противостоит наука, то есть научное мировоззрение. И вот в его, опять же, книге есть такая замечательная цитата. «Как мало европейская наука дорожила реальностью и объективностью своих категорий. Некоторые представители науки даже любили щеголять такими рассуждениями, что я вам даю учение, а существует то, о чем говорит учение или нет, это не мое дело. Или я доказываю теорему, а соответствует ли ей что-нибудь реально, это меня не касается». Таким образом, мифическое мировоззрение в умах укрепляется. И вот вопрос с механической подготовкой, вот как, ну, мне это видится, это такой процесс укрепления мифического мировоззрения, которое не может заместиться наукой, потому что реальная наука не только сопровождается мифологией, но и питается ею, почерпывая из нее свои исходные интуиции. Поэтому, возвращаясь опять же к началу доклада, моя задача сегодня на данном диспуте – это защитить миф о необходимости механической подготовки от науки. Ну и, соответственно, надеюсь, Юрий Олегович выпадет задача защитить науку от мифа о механической подготовке. Ну, обычно работа со ссылками, с литературой, с источниками начинается с серфа в PubMed. И вот сразу привожу первый опыт, что было найдено вот просто сходу. По ключевым словам догма, колоректальная хирургия, первые ссылки, которые вывалились, это статья 17 года «Готовы ли мы к применению протокола в ИРАС в колоректальной хирургии?» и за ней следующие. Первая, вторая, там еще дальше по списку были третья, четвертая статьи о механической подготовке толстой кишки. То есть по запросу, сделанному в 2019 году, выпадают ответы по релевантности, готовы ли мы к программе ERAS и насколько эффективна механическая подготовка. Поэтому, несмотря на вот все наличие доказательной базы, это действительно является проблемой.
Ну, у нас в институте, в нашем отделении этой проблемой изучением роли влияния механической подготовки занимаются с 2008 года. Мы были, ну, одними из первых в Украине, кто начал применять концепцию ERAS в том виде, в котором она была в то время. Мы были первыми, кто отказался от рутинной механической подготовки кишечника при операциях на ободочной кишке. И, в общем-то, мы попали в волну, потому что этот весь дискурс о механической кишечной подготовке уже постфактум можно разделить на вот такие этапы. Первое – это 80-е, 90-е годы. Механическая подготовка нужна всегда, потому что она предотвращает развитие несостоятельности анастомоза и раневой инфекции в области операции. Затем 2000-е годы, где-то ну, приблизительно до 2014-2015 года, механическая подготовка никогда не нужна. По какой причине? По той же самой, потому что при отсутствии механической подготовки достоверно меньше несостоятельность анастомоза, там была выработана целая концепция, о которой мы поговорим дальше. И сейчас, начиная с 2016 года, особенно в 2018-2019 году, все больше и больше появляется убедительной доказательной базы о том, что видоизмененная механическая подготовка толстой кишки имеет очень большие преимущества. Это ссылка на рекомендации Всемирного общества ERAS. Здесь пункт о механической подготовке. Механическая подготовка, там говорится, не должна быть использована при операциях на ободочной кишке. Имеется в виду, если граница опухоли находится выше уровня переходной складки брюшины, уровень доказательности высокий, уровень рекомендаций сильный. Это руководство 2013 года. С этим подходом солидарно также канадское общество колоректальной хирургии, учитывая одинаковый уровень послеоперационных осложнений, как с и без механической подготовки, она не должна рутинно использоваться. То есть это, ну, в основном те гайдлайны, которыми мы пользовались последние годы. Но обратим внимание, что одним из основополагающих элементов концепции ERAS любой зоны, любой хирургии является применение лапароскопии. То есть мини-инвазивная хирургия является более важной и значимой в программе ERAS, чем возможно все остальное. Ну и без нее, по сути, без мини-инвазивной операции нет программы ERAS. Это нужно иметь в виду. В отличие от европейской школы, которая представлена президиумом World ERAS Society, о котором уже упоминал Иван Иванович, Юрий Леонидович, Сергей Александрович, существует также еще американский подход к ERAS. Это подход, выработанный организацией SAGES, Американское общество гастроинтестинальных эндоскопических хирургов, и Американской ассоциации по ускоренной реабилитации. Они на основе своей доказательной базы в своих рекомендациях 2017 года дают другую информацию, отличающуюся от европейской. Утверждается, что механическая подготовка толстой кишки плюс пероральный прием антибиотиков перед колоректальными операциями, по их мнению, наиболее предпочтительный способ подготовки, поскольку связан со снижением послеоперационных осложнений, основанный на доказательной базе среднего уровня, ну и уровень доказанности 2B. Тем не менее, это вынесено в рекомендации американского общества ERAS. Откуда появилось утверждение, что отсутствие механической подготовки снижает уровень несостоятельности анастомоза и раневой инфекции? Существует вот целый корпус статей, их тут ну, не очень хорошо видно, однако они все есть в свободном доступе. И по совокупности этих данных вырабатывается концепция, вырабатывалась, согласно которой несостоятельность анастомоза и хирургические осложнения после колоректальных операций возникают, потому что повреждается слизистый барьер толстой кишки при антеградной подготовке, то есть Fortrans смывает эту защитную слизь со слизистой оболочки,
бактериальная транслокация, соответственно, колонизация поврежденной слизистой оболочки толстой кишки, смываются поверхностные иммуноглобулины со слизистой оболочки вместе со слизью, возникает дегидратация на фоне приема осмотических слабительных, которая ведет к электролитному дисбалансу, что влияет на риск несостоятельности анастомоза, то есть видится причинно-следственная связь между вот этими двумя явлениями. И также были данные, вот, например, в этой публикации, что осмотические слабительные вызывают гиперфосфатемию и гипокалиемию даже у здоровых добровольцев. Мне, как колоректальному хирургу, было немного удивительно вот читать про вот такие вот страшные вещи, как гиперфосфатемия и гипокалиемия. Там также идет речь еще о гипомагнезиемии при механической подготовке астматическими слабительными. У меня вот вопрос к коллегам-анестезиологам. Да, действительно, вот прям дегидратация, гипокалиемия. У нас диспут, Юрий Олегович. То есть это что? Это вот эта дегидратация, вот эта гиперфосфатемия, она вот прям так сильно значима клинически? Ну, это вопрос на дальнейшее. Скажете? Отлично. Когда мы хотим узнать актуальную доказательную базу по поводу всего чего угодно, мы обращаемся в базу данных Cochrane. В базе данных Cochrane механической подготовки толстого кишечника посвящено аж два метаанализа. Первый был проведен в 2005 году. На основе полученных данных был сделан вывод, что механическая подготовка ведет к большей частоте несостоятельности анастомоза и раневой инфекции. Также вывод говорит о том, что догма о необходимости механической подготовки к плановым операциям должна быть пересмотрена. Проходит 6 лет. И догма пересмотрена, причем тем же авторским коллективом. В исследование были включены 5805 пациентов, и результаты показали, что нет статистически значимых доказательств преимуществ отсутствия механической подготовки. При операциях на ободочной кишке она, тем не менее, может быть безопасно отменена. А при опухолях ниже переходной складки брюшины, то есть когда предстоит операция на прямой кишке с парциальной мезоректомэктомией, нет достоверных данных о том, что механическая подготовка является более эффективной. Во всех этих публикациях, на всех слайдах звучала фраза «несостоятельность анастомоза». Когда речь шла в любой из этих публикаций о отсутствии или наличии механической подготовки толстой кишки, вот там основной акцент делался на несостоятельность анастомоза. Это слайд из другой нашей презентации по совершенно другой теме, но как хирург считаю совершенно уместным вставить его именно в эту презентацию. Это данные из монографии Стивена Векснера, которые были опубликованы вместе с Бадмой Башенкаевым еще много лет назад. Стандарт принципы формирования колоректального анастомоза. Коллеги, на несостоятельность любого анастомоза, в том числе колоректального, особенно левой половины, ввиду анатомии и кровоснабжения левой половины толстой кишки, влияют всего лишь три момента. Адекватное кровоснабжение анастомозируемых фрагментов, скелетизация анастомозируемых фрагментов не более 5-6 мм и отсутствие натяжения. Как видим, здесь не упоминается ничего о травматизации калом, о смывании слизи, иммуноглобулинов и вообще в принципе о механической подготовке, поскольку несостоятельность анастомоза – это чисто хирургическое осложнение, то и причина его возникновения логично предположить чисто хирургическое. А сваливать все на механическую подготовку толстой кишки, на наличие вот этой вот всей флоры – это, по нашему мнению, не совсем правильно. Данные из митинга SAGES, это американская организация, уже цитировалась ранее, цитата 2015 года. Преимущество механической подготовки толстой кишки, по мнению хирургов, преимущества с хирургической стороны очень существенные.
Эвакуация стула дает лучшую визуализацию небольших опухолей. Это очень важно при выполнении операции, особенно лапароскопическим доступом. Улучшение манипуляции с пустой толстой кишкой. Если кто-то имел возможность присутствовать или просто наблюдать, как проходит, например, лапароскопическая тотальная мезоректомэктомия на ободочной кишке, заполненной кишечным содержимым, или если кто-то имел возможность видеть, как происходит формирование интракорпорального анастомоза степлерами по двум кишкам, которые заполнены калом, это зрелище, во-первых, не очень приятное, во-вторых, его результаты, они действительно очень могут быть небезопасны и сомнительны. Упрощение манипуляции со степлерами, возможность выполнения интраоперационной колоноскопии для визуализации небольших опухолей, что очень часто имеет решающее значение при лапароскопии. Отсутствие остающегося стула в толстой кишке, имеется в виду в отключенной толстой кишке после тотальной мезоректомэктомии с илиостомией. Это уменьшает число пациентов с диверсионным колитом и уменьшает, тем не менее, несостоятельность низкого колоректального анастомоза. Наши скромные данные, которые были отображены в некоторых наших публикациях, это мультивариантный анализ факторов риска, влияющих на послеоперационные осложнения после колоректальных операций, проведенных с применением программы ERAS. Как видим, механическая подготовка, она занимает вот такой очень малый относительный риск по сравнению со всеми остальными факторами, как, например, предоперационное голодание, отсутствие раннего энтерального питания, рутинная постановка дренажей, эпидуральная анестезия. В 2018 году вышел мета-анализ, проведенный авторским коллективом Всемирного общества ERAS, то есть европейской группой. Если коротко, вывод там следующий. Механическая подготовка по сравнению с отсутствием подготовки не влияет на частоту послеоперационных осложнений. Следом за ним в 2018 году выходит сообщение из Соединенных Штатов в журнале лапароскопии, где сообщается, что комбинация механической подготовки и пероральных антибиотиков снижает количество несостоятельности анастомоза и инфекционных осложнений, улучшая видимость и манипулирование при лапароскопии. То есть с первого взгляда причинно-следственная связь здесь может быть не видна. Но если мы мысленно вернемся к одному из тех первых слайдов с цитатой из протокола ERAS, где было написано о необходимости мини-инвазивных лапароскопических доступов, то мы увидим, что улучшая технические возможности лапароскопии, манипулирование с толстой кишкой и выполнение этих хирургических приемов, оно и уменьшает частоту несостоятельности анастомоза и других хирургических проблем, что достигается в том числе благодаря проведению механической подготовки толстой кишки. Одно из недавних рандомизированных исследований 2018 года показывает, в принципе, то же самое, что мы говорили. Уровень несостоятельности анастомоза в группе пациентов, которым проводилась механическая подготовка с пероральной антибактериальной терапией, и просто механическая подготовка. Как видим, разница крайне существенная. Публикация мета-анализа 2019 года, опубликованная в январе этого года, с включением более 8000 пациентов. Выводы. Механическая подготовка с пероральным применением антибиотиков ассоциирована с минимальным уровнем несостоятельности анастомоза и раневой инфекции. Только пероральный прием антибиотиков оказался на втором месте по эффективности, то есть более эффективным, чем просто отсутствие или просто проведение механической подготовки толстой кишки. И напоследок хочется завершить данными публикации также 2019 года. Эта работа находится еще в состоянии препринта, то есть она еще не опубликована в журнале, но доступна уже на PubMed.
Это опрос 495 хирургов Ассоциации колопроктологии Великобритании на предмет того, как они относятся к РАС и к механической подготовке толстой кишки. 53% опрошенных согласны, что комбинация механической подготовки плюс антипиральная антибактериальная терапия достоверно уменьшает частоту раневой инфекции и несостоятельности анастомоза. 24% считают, что механическая подготовка несовместима с концепцией РАС, то есть она должна рассматриваться отдельно. И отмечается достоверное несоответствие между повседневной хирургической практикой и данными литературы. То есть все знают о гайдлайнах, многие из участников этой ассоциации являются соавторами гайдлайнов по ERAS, но тем не менее все это продолжают делать, потому что считают, что это более эффективно. В заключении авторы этой публикации рекомендуют по примеру протоколов США инкорпорировать механическую подготовку кишечника в европейские протоколы. То есть вывод очень короткий. Возможно, нам надо уже как-то пересматривать руководство по ERAS, которые бытуют в Европе и в том числе и у нас. И напоследок, это очень запомнившийся мне момент конференции, которая прошла у нас в октябре прошлого года. Нас посетил Надир Фрэнсис, это один из основателей Европейской школы ERAS, это соавтор практически всех опубликованных на сегодня гайдлайнов по программе ERAS. И мы имели возможность задавать ему вопросы, в том числе и такие очень подленькие. Один из них вот тут приведен на экране. Его спрашивают: вам предстоит выполнить тотальную мезорэктомэктомию с илиостомой пациенту, у которого местно распространенный нижнеампулярный рак прямой кишки после химиолучевой терапии, на которую он не ответил. Этот пациент мужчина с лишним весом и узким тазом, то есть все самое такое плохое, что может быть для колоректального хирурга, оно все сконцентрировано в этом воображаемом пациенте. Ему задается вопрос: вы будете ему проводить механическую подготовку перед операцией или не будете? На что он отвечает: ну, конечно же, да, потому что у него крайне высокий риск несостоятельности анастомоза. На что ему задается следующий вопрос: как же, это же скомпрометирует принципы ERAS колоректальной хирургии, у него, кроме этого, еще будет дегидратация и нарушение электролитного баланса. На что он отвечает: да, возможно, это уменьшит комплаенс нашей программы, которую мы применяем, но мы застрахуем себя от более серьезных проблем, то есть снизим риск несостоятельности анастомоза. В этой ситуации здравый смысл несколько превышает доказательную базу. Вот этой цитатой нашего гостя хочу завершить свою часть доклада, что иногда, возможно, здравый смысл превышает доказательную базу даже касательно программы ERAS. Спасибо. Вопрос Дмитрий чуть позже, когда его предположенная часть выскажет свое мнение. И я приглашаю к следующему докладу. Идет. Ну, для аудитории маленькая ремарка определения, что такое механическая подготовка кишечника. Под ней понимают только очищение, очищение кишечника от каловых масс с помощью средств, которые принимаются ПРОС. Клизма и антибак препараты не входят в понятие механической подготовки кишечника. Но MBP я себе позволю дальше так сокращенно называть. Что я буду доказывать, сразу так сказать, почти результирующий слайд, что MBP, изолированная в колоректальной хирургии, не имеет смысла. MBP вызывает значимые сдвиги со стороны водно-электролитного состояния и требует
до 1,5 литров инфузий для коррекции указанных нарушений, а также МБП в колоректальной хирургии должна сочетаться с приемом антибиотика ПРОС, проводиться изосмолярными растворами, а также сопровождаться соответствующей инфузионной коррекцией. Казалось бы, один из маленьких доводов уже как «за», хотя должен говорить «против». Откуда это взялось или где это имеет место быть? Смотрите, вот наш слайд со всеми модулями программы ERAS, и вот маленькая строка или блочок, посвященный МБП, подготовке кишечника. Заметьте, здесь не стоит фразы «никакой подготовки кишечника», здесь стоит «нет» или «селективная подготовка кишечника». Возможно, вот селективное слово и должно быть применено тем двум примерам, которые привел Дмитрий Эльдарович нашим гостем из Британии, когда действительно нужно, видимо, ее использовать. И также, когда свой опыт привел, когда кишка переполнена, большущая, анастомоз наложить очень сложно в условиях лапароскопической хирургии. Но в целом какой подход и почему существуют доводы против, я продемонстрирую дальше в своей презентации. Ну и так, имеет ли смысл МБП? Тут будут, наверное, те источники, на которые вы уже видели в презентации Дмитрия Эльдаровича. Берем 2018 год, где у нас вот 2018 год, влияние МБП или эффекты МБП в плановой колоректальной хирургии. Смотрите, 21 тысяча пациентов, 2018 год публикации, сравнивали наличие МБП в сравнении с отсутствием МБП, и оказалось, что она не ассоциируется, проведение МБП не ассоциируется со сколь-нибудь значимой разницей в отношении несостоятельности анастомоза, инфекции операционной раны, внутрибрюшного скопления жидкости, летальности, повторных вмешательств, длительности пребывания в стационаре. Не ассоциируется. Вот не ассоциируется. Даже взяли такой маленький субанализ, провели, как, например, эффективность МБП и сравнение подготовки против отсутствия этой подготовки или даже с разовой ректальной клизмой. Оказалось, тоже нет никакой разницы в отношении выше приведенных показателей. Выводы из этого исследования или этих материалов, опубликованных в 2018 году, включающих почти 22 тысячи пациентов, анализ показал, что МБП не влияет на развитие послеоперационных осложнений в плановой колоректальной хирургии. А посему МБП не стоит использовать рутинно для подготовки к плановой колоректальной хирургии. В этом исследовании я позволил себе обратить внимание на одну маленькую подгруппу, это то же самое исследование. Какая подгруппа? Которая оценивала изменение летальности в сравнении МБП против разовой ректальной клизмы. Вот влияние группа МБП, 1700 пациентов примерно, 18 летальных исходов. Группа, когда не использовалась МБП, но была ректальная клизма, 1800, 14 исходов. Сравнение оказывается в пользу разовой ректальной клизмы. Всех успокою, нет статистической достоверной разницы. Нету, слава богу. Кахановский обзор, который также был уже упомянут, 2011 года. Я взял сразу второй, результирующий. И сразу только заключение его. Там было 18 исследований, примерно 5805 пациентов. То же самое было две группы, одна с МБП, вторая без нее, и не получено статистически значимых доказательств в отношении пользы МБП, а также не получено этих доказательств в отношении пользы разовой ректальной клизмы. Поэтому в колоректальной хирургии подготовка кишечника не уменьшает частоту осложнений и может быть безопасно пропущена. Таблица для тех, кто, возможно, будет презентацию считать, тут ссылки, проценты и показатели, подтверждающие отсутствие достоверности. Итак, имеет ли смысл МБП в колоректальной хирургии? Не имеет. Но имеет ли негативные последствия? Посмотрим. Таких работ немного, посвященных негативным последствиям, но они есть. Первая из них, 2001 год, может быть, и не совсем новая работа. 41 пациент. Все 41 получили МБП. Готовились к плановой колоректальной хирургии, но одна группа из них, обе группы могли пить сколько угодно, их не ограничивали, но одна группа получила дополнительную инфузионную терапию, вторая нет. То есть первая группа без инфузии, вторая получила инфузионную терапию по правилу 4-2-1. Результаты. В
По завершении подготовки шла примерно 18 часов она. Между группами отмечена значимая разница в отношении потери веса, изменения постурального систолического АД и креатинина крови. Разница к концу подготовки между группами появилась. Повторюсь, в одной проводили инфузионную терапию, в другой не проводили. В обеих группах значимо снизилась концентрация калия крови. И было также различие в темпе диуреза в обеих группах. Заключение. Пикалакс, а это было именно это средство, использованное в работе, оказывает значительные клинические последствия, которые могут быть опасны для возрастных пациентов и пациентов, сопутствующих кардиопатологии. Выраженность дегидратации вследствие применения пикалакса может быть минимизирована внутривенным введением жидкости. В работе было до 2 литров использовано, по правилу 4-2-1. И особое внимание стоит обращать по предложению авторов на калий-заместительную терапию. В таблицах это выглядело следующим образом. Вот здесь таблицы, в которых показаны изменения. Вот группа 1-2-1-2. Напомню, первая без инфузии, вторая с инфузией. Это начало. Изменения какие были? Тут будут многие факторы оценены. Сейчас я их быстренько покажу. Первое. Изменение веса смотрим. Первая группа – минус 1,6 литра. Вторая – была инфузия, все равно минус 0,5 литра за время подготовки. Креатинин крови. Первая группа – без инфузии. Но пили сколько хотели. Увеличился плюс 1,8 микромоль на литр. Да, небольшая цифра. Вторая группа – получали инфузию. Снизилась – минус 3,8. Да, сдвиги небольшие, но данные достоверны. Если взять гемодинамические нарушения, тоже мы смотрим. Группа 2 – везде будет non-significant, non-significant, ну, незначительно. И группа 1, везде сдвиги и достоверные различия. Даже в том числе касательно частоты пульса, в обеих группах она снизилась, и достоверно, к окончанию подготовки, но она не была связана с калием, потому что уровень калия снизился в обеих группах и снизился достоверно, в обеих снизился. Еще работа, посвященная изменениям после классической подготовки или так, рутинной подготовки пациентов колоректальной хирургии. Работа на небольшом количестве пациентов, но очень углубленная была оценка мониторинга, инвазивно. Вы можете здесь видеть сердечный индекс, индекс ударного объема, внутритаракальной жидкости индекс, среднее давление, частоту, даже ЦВД здесь. Выводы авторы делают таковые. У пациентов колоректальной хирургии после традиционной подготовки, включающей МБП, отмечается клинически значимая гиповолемия. Они оценили ее по снижению сердечного индекса, по снижению индекса интратаракального объема крови и индекса ударного объема крови. Это не было связано с вазоплегией вследствие анестезии, потому что сопротивление сосудиста возрастало на этапах работы. И авторы отметили также, что эта гиповолемия не может быть выявлена обычным мониторингом, а вот углубленным им удалось сделать, но может быть устранена внутривенной инфузией. 1,5 литра в настоящем исследовании. Просто обращаю внимание на эти 1,5 литра. Сейчас, когда мы работаем, у нас идет, не скажу, что исследование, но внедрение GDT, таких показателей, поэтому, по которым уже видно, что лапароскопическая хирургия вообще может без инфузии идти 2 часа на кишке, а 5-6-часовые операции даже открытым способом могут идти с использованием только 1,5 литров. Но это при условии, у пациента не получает МБП у нас в институте. Что еще? Да, тут еще есть цитирование осложнений из консенсусного гайдлайна, опубликованного в Британии, для безопасного использования оральных методов для BBP. Гипокалемия. Смотрите, частота возникновения, оказывается, ее до 56% при использовании сульфата натрия. Сульфат натрия – это фортранс. А у вас, извините, обратно. А в обычной группе пациентов до 26%. Далее, фосфат-индуцированная нефропатия. За счет содержания сульфата натрия возникает до 1 на 1000 пациентов. Факторы риска – ХПН, который часто у возрастных может просто не распознаваться. Неадекватная гидратация при проведении МБП. А если, как мы видим, инфузия не идет, то когда гидратация будет неадекватна. Гипертоническая болезнь, атеросклероз. Использование нестероидных противовоспалительных, а также ингибиторов АПФ. Гипокальцемия, развивающаяся вследствие применения МБП, также возникает у 58% примерно пациентов.
А касательно хронической болезни почек, рекомендации таковы. Пациенты с исходными электролитными нарушениями не должны получать МБП на основе фосфата натрия. Уровень 1С. Пациенты с ранней стадией ХПН лучше избегать такой подготовки 1С. С выраженной просто ее не использовать. И что интересно, последняя строчка в этом консенсусном гайдлайне, в 2012 году опубликованном, гиповолемия должна предупреждаться во время проведения МБП. Уровень 1С. Итак, имеет ли смысл МБП? Не имеет, но не мог задаться таким вопросом. Не мог не задаться вопросом. А в сочетании с антибиотиком, Дмитрий Эльдарович об этом сказал. И исследования, которые вы тоже уже увидели, я из них только сами выдержки возьму. Почти 8,5 тысяч пациентов, три группы. МБП без антибиотика, МБП в сочетании с антибиотиком, МБП, вот когда группа без МБП, без антибиотика. Лучше на картинке, наверное, сразу показать. Как получилось. Тут одна стотысячная, кажется. И вот консенсус из Американской ассоциации по ЭРАЗу, опубликованная где? 17-й год. Взял только стейтмент, концепт. Значит, сочетание МБП и оральной антибактерапии. Мы рекомендуем рутинное сочетание изоосматической МБП с оральной антибактерапией перед плановой колоректальной хирургией. МБП изолированная, то есть без антибиотиков, без ничего. Не рекомендуем использование без одновременного применения антибактерапии перед плановой колоректальной хирургией. И изосматические против гиперосматических средств для МБП. Наша рекомендация против использования гиперосмолярной МБП перед плановой колоректальной хирургией. Фортранс туда относится. Ага. И выводы. Значит, слайдик уже был продемонстрирован, пытался доказать. И вот думаю, что приведенные данные могут служить подтверждением того, что МБП изолирована в колоректальной хирургии не имеет смысла. Ну, можно проводить, но смысла нет. МБП вызывает значимые сдвиги со стороны водно-электролитного состояния и требует до 1,5 литров инфузии для коррекции указанных нарушений. МБП должна сочетаться с приемом антибак препаратов пероральным, проводиться изосмолярными растворами, а также сопровождаться соответствующей инфузионной коррекцией. Ну и работа по устранению последствий бессмысленной МБП плановой колоректальной хирургии, как всегда, ложится на плечи анестезиолога. О. Спасибо за внимание. Кому? Я приглашаю сюда двух докладчиков. А, все равно нам тут стоит. А, хорошо. Гастроэнтерологи, семейные доктора, которые, к сожалению, нам поставляют этих пациентов и, так сказать, являются вообще базой вот этих критических ситуаций, которые убивают хирург. Дмитрий Ильич, я хотел вам задать вопрос. Вы селективно прошли такую экскурсию по видениям наших коллег с разных стран, но, учитывая то, что вы вместе с тем вы проводите эти исследования. Было ли предметом ваших исследований изучение гемодинамики брюшной полости у больных с хронической послекишечной непроходимостью? Это первый вопрос. Второй. Сопоставляли вы эти данные с анамнезом возникновения болезни? И третье. Была ли корреляция ваших исследований как раз давление, измерение давления или сопоставление, как количество давления, которое имеет толстая кишка на фоне хронических вот этих так званых болей и нарушения локаторной функции. И потом уже, я бы, наверное, надеюсь,
что ваш многогранный труд, который вы пытаетесь сейчас не подавать, не подойти, я надеюсь, будет исчерпывающим и доказывающим, скажем, информационным таким месседжем, который говорит, что наша отечественная медицина была, есть и остается истинной, рациональной, оптимизированной в условиях социальных катаклизмов, экономических катаклизмов и, к сожалению, морали наших пациентов, которые приходят к нам поздно, в полной депрессии абсолютно всей, и вот эти негодования наших хирургов и страдания интероперационные, предоперационные хирурги. Консолидация мудрых анестезиологов дает нам возможность все-таки построить программу надежности и качества жизни пациентов, даже в наших условиях, скажем, финансового депа, в котором мы находимся, для того, чтобы все-таки поднять уровень и держаться на уровне мировых. Спасибо. Спасибо. Вы что я хочу. Да. Спасибо большое. Очень приятно, что вам удалось так тонко почувствовать наш Юрий Олегович, вот этот общий нерв, который мы пытались через наши доклады провести. Отвечая по сути, у нас плановое отделение, мы не занимаемся пациентами с декомплицированной кишечной непроходимостью. Пациенты с субкомплицированной непроходимостью для нас это редкость. К нам в основном приходят плановые пациенты без вот тех патологических изменений кишечной гемодинамики, вот этих органических изменений на фоне длительно существующей субкомплицированной непроходимости. Если даже такие попадаются, мы избегаем, в принципе, какой-либо механической подготовки. И более того, к таким пациентам у нас еще очень селективный подход в плане формирования первичного анастомоза. Мы стараемся, у нас раньше, лет 8 назад, было такое правило, Иван Иванович, возможно, помнит, было такое, может, правило в отделении, что в Национальном институте рака нет операции Гартмана. Ну, супер. Но, как показывает опыт, то, что происходит в дальнейшем с этими пациентами, есть операция Гартмана, и в контексте вот этого доклада со своей стороны отвечая тоже на ваш вопрос, я не могу не процитировать очень такого своего очень уважаемого моего коллегу, нашего бывшего сотрудника Артема Игоревича Зелинского, который имеет очень большие сейчас успехи в колоритальной хирургии. У него есть такая замечательная фраза, что несостоятельность возникает при технически грамотно сформированных, несостоятельность возникает только у тех анастомозов, которые не нужно было делать. Учитывая то, что вы сказали, наверное, будет смысл проявить исследования степени обтурации, вы говорите, плановые хирурги, но они как вам приходят в зависимости, ну, уже на основании четких данных, да, наличия обтурации, там, вот, процент обтурации вот этих плановых больных какой? 70, 30, 40, 35? Ну, мы прицельно тоже не задавали. Было очень классно. Почему? Потому что как раз вот предмет анастомоза, ну, мне тут мало хирургов, к сожалению. Я не говорю, что все хирурги, они и уже учитывая вот эту эру нового поколения анестезиологов, все хотят эффективности, правда, качества жизни. Мы понимаем, о чем мы сейчас говорим. Вот. И, конечно, каждый хочет наложить анастомоз. Особенно, когда речь идет о молодых людях, там, 35, когда помолодел жирак, даже 40, да. К сожалению, факт. И вот, конечно, и тут как раз вот эта грань. А можно ли, и вот эти протектирующие званые анастомы, о которых вы говорите, обречают и дают возможность, ну, как бы построить программу перспективы этого пациента и качества жизни, конечно, если вы это сделаете, вот по этих исследованиям, то мы будем иметь нормальные методические рекомендации у ерных хирургии, которые будут уже, ну, на основании, например, не на основании коллег Запада,
А реально наши трудные ситуации, которые не толстая кишка, у нашего пациента, вы понимаете, о чем речь. Да. Спасибо. Это, помимо всего прочего, да, еще даст возможность победить еще один существующий миф, что, причем в качестве виде такого даже двойного стандарта. Вот бывает, когда происходит несостоятельность первичного анастомоза. Все было правильно сделано, да, а что виновато? Клизму сделали. А если не сделали, то значит виновато то, что не сделали. Ну, то есть, да. Давление. Уважаемые коллеги, еще один вопрос, мы вышли полностью из графика, немножко было менять дальнейшее наше мероприятие. Один вопрос, и остальные дискуссии на нас, я же сказал, что мы будем дальше дискутировать там. Да? Дмитрий Витальевич, все-таки конкретный вопрос. Вы рутинно используете механическую сульфуровку кишечника перед операцией? Во всех случаях, при всех отделах ободочной кишки и прямой кишки? Отвечаю сейчас за себя лично. Если речь идет о левой половине, то всегда. За группой всех всегда рутинно. Если речь идет о правой половине, то избирательно. Препаровка идет гипросмолярными препаратами, либо изосмолярными. Я хотел, вот, отвечая на ваш вопрос, хотел еще дополнить Юрия Олеговича. Согласно рекомендациям Европейской эндоскопической ассоциации ЕЕА. Мы, к сожалению, не приводили эти данные у себя в докладах, вам придется нам поверить на слово. В рекомендациях этой организации дается указание, что подготовка должна проводиться изоосмолярными слабительными на основе макрогола 3500. А вы такими проводите? Ну, смотрите, сейчас сразу... Это не реклама, нет никакой заинтересованности. У нас на рынке препараты на основе макрогола это Фортранс, Изиклин и там еще какие-то. Фосфосода нет, это как раз препарат на основе фосфата, так же как и Пиколакс. Фортранс нет, это на основе макрогола. Изосмолярная на основе макрогола 3500. То есть апикалакс считается не рекомендуется, он якобы вызывает более выраженные гипотензии или кровеносные нарушения. Я не могу никак понять ассоциацию. Как может апикалакс вызвать какие-то кровеносные либо водно-кровеносные нарушения по сравнению с Фортрансом? Что наиболее интенсивно очищает кишечник? Апикалакс либо Фортранс? Наверное, Фортранс. Каким образом апикалакс может разводить подвижность? Это показано. Насчет того, что лучше очищает кишечник, это тоже будет больше вопрос в сторону эндоскопистов, поскольку они значительно чаще, чем колоректальные хирурги, используют механическую подготовку, да, потому что диагностических колоноскопий выполняется реально больше, чем колоректальных операций. И по рекомендации ЕЕА, большая оценка степени подготовленности кишечника достигается, опять же, с помощью изосмолярных препаратов на основе макрогола. Антибиотики перорально используете при подготовке пациента? Насчет пероральных антибиотиков, это для нашей страны немного сложный вопрос, потому что в тех публикациях, которые Юрий Олегович я приводил, там фигурируют антибиотики, которые в нашей стране не зарегистрированы. То есть не используете? Используем, но в качестве антибиотика мы не следуем полностью букве рекомендаций. Мы используем то, что доступно. Либо вот из нашего опыта мы назначаем либо левофлоксацин таблетированный, либо в идеале ванкомицин, поскольку ванкомицин это, насколько мне известно, это единственный пока антибиотик, который на 100% не всасывается в толстой кишке. А там в рекомендациях у всех идет четкая формулировка. Антибиотик с минимальной абсорбцией в ЖКТ. А рефлоксилин? И тогда еще один завершающий этап. Можно я задержу немножко? Можно последний, потому что нет понимания. Разве действительно такие выраженные дегидрационные изменения после назначения механической препаровки
они реально влияют на состояние пациента интраоперационно, все после операционного. Я не замечал. Мы не можем это... Ну вот, конечно, он замечал, уже не стоит. Значит, смотрите. С другого конца начну. Если пациент не проходил подготовки кишечника, если не принимал жидкость за 2 часа до операции, за час, мы пациентов поим, даем большое количество жидкости, он пьет сладкий чай. 2 часа анестезии первые, без инфузии спокойно идем, не нужна инфузия. Если пациент принимал, МПП ему делали, если чай забыл попить, потому что санитарка сказала, вы что, у вас большая операция, приезжает, вот анестезия, давление летит, и ты видишь, вот он тебе, литр-два должен быть введен. Или вазопрессоры. Ну, нам легче, потому что мы работаем сердечный индекс, оцениваем, у нас есть инвазивная гемодинамика. Но мы эту разницу видим, как это ни странно. Видим. И на фоне пикалакса тоже у вас вот в слайде было, что пикалакс вызывает нарушение, в слайде было, это не наша работа. Приведенные людьми данные. Все пациенты, в том числе возрастные, которые обследуют кишечник. То есть, может быть, его нужно запретить при подготовке тогда к обследованию кишечника, дабы предотвратить инциденты сердечно-сосудистых нарушений. Запретить не сможете, там у нас нет подготовки либо селективную, либо препарат. Пациента, насколько тяжелый пациент, потому что влить-то 1,5 литра не проблема, это 10 минут. И все, вопрос выполнен. Но избыточная инфузия, мы уже это знаем, в протоколах РАС, увеличивает частоту послеоперационных осложнений, особенно у высокорисковых пациентов. Поэтому мы и видим эту разницу на высокорисковых. Невысокорисковые, зачем хотите, чистите, клизмите, лейте, он все вам скомпенсирует. А высокорисковые, чем отличается наш институт? Да, тут уже проблема. Конечно, как GDT пользу дают только высокорисковых. Пожалуйста. Благодарим наших. О, я даже не.